Всем привет! С праздником вас! Надя пишет Павлова. Да, ребята, и вас тоже. С праздником и с наступающей Пасхой. Привет всему! Па-парам-парарам, да. Здравствуйте, ребятки, давайте, собирайтесь. Привет, Серега, привет! Серега молодеет. Да, молодильные яблочки кушаю, так сказать. Да, ребятушки, всем доброго дня. Привет, чё как? К Пасхе готов? Да, к Пасхе готов. Все правильно. Привет, привет, Симон. Здорово, СССР. Привет, ребята. Роман тут. Да, здравствуйте. На связи Гродно. Ух ты. Штелла пишет. Ничего себе. Здорово. Серега красавчик, Артем Олегович написал, да, Симонов, кто дверь Толяну разукрасил, вроде на тебя намекает, что телефон дал, школьные поединки. Ну, ребят, дураков всегда было очень много, на самом деле ничего удивительного нет. Вот, сейчас еще весна, обострение у многих персонажей, поэтому тут что, удивляться ничего не приходится. Добра тебе, Симон, да, ребятки. О, Вадим Три Семерки, Серега, у Толяна влог сейчас вышел, про дверь сейчас смотрел. Понятно. Ну, я пока не видел, но если это так, то мои, как говорится, соболезнования, потому что на самом деле, ну, уже измучили они Толяна этими дверями, там, ну, ужас, конечно, ничего хорошего в этом нет. Серега, здорово, как настроение? Инвестировал по твоей ссылке в Кэшбери 400 тысяч, Михаил Журавлев пишет. Да, Миша, привет, молодец, молодец. С Ферамиром нет, с Ферамиром не общаемся. Так, парфюм почем? А, это вот, видно, человек посмотрел влог, да, ну, там разные варианты есть, там и подешевле, и подороже, там что-то, ну, там $500, что ли, что-то такое цена. Но это надо понимать, что это действительно подарочный вариант, то есть это не дешевый парфюм, причем парфюм, не туалетная вода, а парфюм. Вот, но лучше, наверное, Володе написать, там же я сайт оставил, там напишите, пообщайтесь, я думаю, может и скидку сделает даже. Здорово, Серега, привет из Карелии. Да, привет, ребятушки. Карелия на связи. О как. Смотрите, какая у нас большая география, да? А, как дела, Александр спрашивает. Да вроде хорошо все. Ты на самом деле верил, что его убивали на стриме, если у вас был договор? Не совсем понял вопрос, ты просто поподробнее напиши. Роланд пишет, привет, Серега, в Питер когда? Ну, не знаю, вот меня пригласили на это, как он называется-то, Витфест или что-то такое, но пока не знаю, поеду я туда, не поеду. Вроде в конце мая он там будет. Если поеду, то, конечно, увидимся в Питере, не вопрос. АУЕшник, привет, привет, ребята, привет, когда ролик? Ну, вот вчера я там снимал, кстати, ну, вот там для тех, кто не в курсе, мы же начали уже, так сказать, подготовку к... ремонту нашей новой квартиры, нашего нового жилья. Вот, сейчас очень активно работаем с дизайнерами, там все, что с этим связано. Да, вчера ездил, смотрел те объекты, которые они уже сделали. Вот, на самом деле, что-то понравилось, что-то не очень понравилось. В общем, процесс такой, достаточно сложный. Тоже буду снимать, я же вам обещал стройку показать. Вот, буду показывать вам стройку. Вот, поэтому... Чё еще? Ролик, да, я не знаю, смотрели вы, нет, но вот крайний ролик, он вышел про экстрасенсов, как мне кажется, достаточно уникальный, вот, потому что в одном месте собрались достаточно известные в этой области люди, вот, поэтому, кто не посмотрел, зайдите на канале, посмотрите. Рига передает тебе привет, мастер-создатель пишет. Ну, здорово, здорово, Серега, добра и позитива тебе, да, привет. Серега, почему могу создавать сумки и роллы для инструментов из натуральной дубленой кожи? Как думаешь, будет спрос? Сергей пишет. Серег, будет. Вот, ты знаешь, я знаю ребят, вот, которые я вот уже как-то рекламировал, да, Long River Moscow. Вот, то есть, на самом деле, там тоже ребята делают очень хорошие изделия из кожи, очень качественные изделия, то есть, начни с малого, а потом, глядишь, может, дальше как-то и пойдет эта тема. Так, Артем пишет, Серега, часы покажи, не отстанем, а что их показывать, ну, часы, Rolex, обычные часы. Ты в каком городе родился? Данил пишет. Я в Москве. Я коренной москвич. У меня все мои предки здесь родились, выросли. Я здесь вырос. Я с Москвы.
Серега, привет, добра и позитива. Когда будет встреча в Москве? Иван Петров пишет. Ой, сегодня такая интересная ситуация у меня была. Сегодня ехал в метро, ну, с утра поехал там по своим делам, вот. Ну, сижу такой, дверь открывается, заходит мужик и сразу сходу мне такой: здорово, Сергей. Ну, такой достаточно взрослый уже мужчина, ну, я не знаю, сколько ему, ну, лет, наверное, 35-38, так, может, чуть помладше меня. Я такой: здравствуйте. Вот, он говорит, и так вот мы с ним там еще пару-тройку станций проехали. И он говорит: все, смотрю, говорит, тебя все ролики смотрю. Ну, блин, ну приятно, приятно, конечно. Я с Москвы, да. Ну, а откуда я? С Москвы! Я так вот говорю, прикольный рус, да. В Италии, мне кажется, самые зачетные кожаные вещи. Ну, да и нет, потому что вот если говорить там про Этро, например, вот у меня он на столе лежит, этот, как его, вот такой этот для айпада чехол, да. Вот Этро, казалось бы, да, итальянский. Но это не кожа. Это каучук, на самом деле, прессованный. Вот это все не кожа, на самом деле. Стоит бешеных денег. Сейчас из кожи, из натуральной, очень мало, на самом деле, изделий делают. В основном все это как бы подделки, либо под кожу. А, Серега, покажи туфли. Туфли показать. Что еще вам показать? Сколько квадратных метров? Ну, там около 100 метров, да. Как относишься к Соболеву? Ну, я нормально отношусь к Николаю, просто он сейчас попал в достаточно сложное положение, там пришлось, я так понял, удалить ему ролик по поводу вот этих всех событий в Кемерово, и я что-то так и не понял там, то есть он, вот я посмотрел его ролик ранее, мне так показалось, что он в какой-то степени оправдывался, но, наверное, это та ситуация, когда надо было давать пояснение. В принципе, я так к Николаю достаточно хорошо отношусь, но он, в общем-то, дело говорит, на самом деле так. С праздником тебя, Антон, пишет Антоном. Да, ребят, спасибо большое. И вас с праздником. Ты вещист. Ну, мне нравятся хорошие вещи. Да, ребят, это честно. Это я не скрываю это. Мне нравятся хорошие вещи. Вот, стараюсь, так сказать, следить там за модой в определенном смысле слова. Да, то есть вы видели, постоянно у меня обзор покупок. И какие-то вещички там заказываю, обзорчики делаю. Ну, мне нравится. Знаю, ребят, мне нравится. Серега, дай совет, что бы ты сделал, если бы тебя жена предала в прямом смысле слова и потом просит прощения и говорит, что любит, что бы ты сделал, простил бы ее? Блин, слушай, очень сложный вопрос, это настолько индивидуально, это настолько тонко, надо, чтобы я бы тебе дал совет, это мне надо быть тобой, да? Я тебе скажу свое мнение. Наверное, я бы простил. Вот я бы простил, вот честно. Я тоже эмоциональный человек. Я могу вспылить, там, могу что-то вот там, знаешь. Но потом быстро отхожу. Поэтому я не знаю, это твое дело, прощать, не прощать. Наверное, я бы простил. Наверное. Но опять же, все от обстановки зависит. Как с потенцией в 40 лет, пишет ЕМС. Да, все нормально, жизнь только начинается. Никаких вообще проблем я, ну, не вижу. Хотя я знаю то, что вот, например, у моих, скажем так, сверстников есть такие проблемы. Знаете, вот вам скажу честно, что на самом деле важно, наверное, несколько вещей. Вот, чем старше становишься. Это все-таки физкультура, не спорт, а физкультура. Правильное питание и вода, ребята. Пейте хорошую воду. Хорошую воду пейте. Вот это очень важно. Вот, то есть, ну, я вот сейчас вот тоже там, не буду сейчас всех секретов раскрывать, но мы сейчас ведем достаточно активные переговоры с одной компанией, вот, которая будет производить под меня воду, ребята, вода. Будет вода Дон Симон, представляете? Вот, есть вино Дон Симон, а еще и будет вода. Вот, поэтому я об этом тоже, наверное, буду вам рассказывать, показывать буду вам, вот, то есть, хочу делать свою воду, вот, Сан-Пеллегрино, но, к сожалению, нет, не Сан-Пеллегрино, наша будет, отечественная, российская вода, российская, могу сказать только одно, источник находится в Брянске, ребята, скважина находится в Брянске, и еще хочу там одну серию запустить, не знаю, сейчас тоже, если договоримся, если все будет нормально, то будем производить такие, знаете, такие шоколадные батончики, тоже Дон Симон. Добро пошло. Да-да, не удивляйтесь.
Вот, так что это тоже все в перспективе у нас будет. Кстати, да, Donation Alerts, ребята, ссылочка в описании. Можете поддержать Дона Симона, можете задать вопрос, можете передать привет через суперчат, либо через донат. Ссылочка на Donation Alerts в описании. Я из Брянска. А, Артем Олегович, классно. Твоя любимая вода, имею в виду. Ну, мне многие воды нравятся. Ну, вот Сан-Пеллегрино, вы об этом писали. Мне нравится. Князь Милош, сербская вода, нравится. Ну, много какая вода мне нравится. Донаты делают, да. Дон Симон, это твое вино. Вот оно, первые 40 рублей. Красавчик Саня. Саня, молодец. Русское пиво лучшее. 40 рублей. Видать, уже Саня там, наверное, махнул кружечку. Да, ребята, с почином 40 рублей прилетело. Спасибо большое за донат. Вот так вот работает суперчат. Можете уже посмотреть. Прикольный рус. Я тоже из Брянска. Ну, классно, классно. Вино Дон Симон твое. А чье же, ребята? Вот теперь еще будет вода у нас. Так, я делаю еду для собак и кошек. Ну, не, ребят, я как-то вот, не знаю, у меня вот почему-то в голове крутятся две мысли. Во-первых, вода всегда будет востребована, мне кажется, да, то есть она, ну, долгоиграющая, то есть не портится. Тем более, если это в хорошей таре, я думаю, что это будет заходить нормально. Вот, я видел у тебя в Инсте майки, Дон Сим, можешь их продавать, сделай интернет-магазин, Вадим 3 семерки. Да, я заказал майки, но это была пробная партия, пробная, да, то есть могу, в принципе, показать, сейчас я вам покажу эти майки. Я эти майки заказал тоже, вот так вот они выглядят, вот, добро пошло. Ну, разворачивать, наверное, нет смысла, вот такие вот майки, вот, тоже, видите, Дон Симон. Вот, это экспериментальная партия, вот, мне вчера привезли вот несколько штук, пока не знаю, как, сколько, что будут продаваться или буду там как-то дарить, разыгрывать, пока не решил. Вот, поэтому вот часть этих майк у меня поедет в Америку, вот, у меня уже там заказали, поеду отвезу в Америку, вот, сыну отвезу, так что вот такие вот маечки тоже будем делать. В общем, потихонечку что-то будем настраивать, налаживать все это. А будешь эти майки рвать. Эти майки нет. Дорого стоят, если честно, да. Они из очень хорошего качества. То есть, тут очень хороший хлопок. Самые дорогие майки, которые были. Ну, сами майки, да. Я самые дорогие майки взял. Шалом из Иерусалима. Лайк пошел. Павел, здорово. У меня, кстати, в Иерусалиме очень много друзей. И в данный момент времени находится, среди которых... Клара Кузденбаева с Володей Кузнецовым, они первый раз в Израиле, и сейчас вот как раз в Иерусалиме, поэтому, ребятки, шалом вам, шалом. Да. Вопросы по поводу Толяна были, да, тут что-то писали, ну, мне жалко Толяна, но вот правда жалко мне его, ей-богу, ну, Серега, это ты Толяну опять дверь закрасил. Я не знаю, ребят, что это, в чем это за прикол с этими дверями, ничего хорошего в этом, конечно, нет. Мое мнение, что с этим надо заканчивать, и куда смотрят эти правоохранительные органы, я не знаю. Одного бы наказали так вот со штрафиком, там, я не знаю, там, 1000 под 100, под 200, вот тогда бы, наверное, задумались. Very good, very nice, футболочки, да, ребят, спасибо. Серега, ты застраховал вклад президента в Кэшбери? Я уже отвечал на этот вопрос, Вика пишет. Но, кстати, вопрос хороший, я еще раз на него отвечу. То есть я страхую вклад тогда, когда я отбил основную сумму. То есть это происходит где-то через 3-4 месяца. То есть пока смысла страховать нету. Серега, а ты общаешься с Давидычем и работаешь еще? Да, тоже Давидыча жалко, конечно. Тоже он оказался, так сказать, заложником вот собственных таких вот обстоятельств, да, в которые, как мне кажется, сам себя загнал. Серега, чем ты укладываешь волосы? Александр Шарм пишет. Разные средства, но в основном гелем. Такой обычный гель беру и все. Шилов поднялся. Что скажешь? Андрей Зайцев пишет. Ну, я только рад, ребят. Я ж, ну, это классно. Когда кто-то поднимается, а не наоборот не опускается. Я правда, я только рад. Это же здорово. Серега, садились ли вы на шпагат? Не, а нифига. Вот, кстати, вот на шпагат никогда не садился. Ну, пытался, но у меня ни хрена не получается. Ну, наверное, если бы занимался, можно было бы. Но это как-то у меня не пошло, это дело. Серега, а почему ты такой позитивный? Пишет Данил Белый. Да о чем мне расстраиваться-то? Че?
Я не вижу особо никаких причин грустить. Жизнь прекрасна, солнышко на улице, весна, ребята, все же здорово, все классно. Вон и лайки подошли, вот смотрите, ребята, праздничные лайки Дону Симона, нифига себе, вон, смотри, что творится. Молодцы, молодцы, правильно. Я вот знаете, что хочу сказать, что по большому счету нормальных, положительных и позитивных людей гораздо больше, чем пессимистов. Это точно я вам говорю. Потому что вот знаете, ну вот в жизни общаешься же, встречаешься с разными людьми, да? То ли мне так везет, то ли еще что-то, но в основном-то люди нормальные, вот согласитесь, да, и в том же самом интернете все говорят, о, интернет, помойка, там еще что-то, ребят, да не так это все, не так, абсолютно, нормальные люди есть везде, интернет это те же самые люди, просто кто-то иногда думает, что типа, а, ну незаметно, знаете, как там бумажку на улице бросил, вроде как не видел, то же самое в интернете, написал какое-то говно, а, вроде как и никто не знает, на самом деле нет, за каждым вот этим вот поступком стоит конкретный человек. Среди них есть нормальные люди, абсолютно. В Черногории евро, Иван пишет, да, еврики. Ого, нифига себе, лайки поперли, вы что, ребята? Вот так вот, интрига сохраняется. Хорошие люди есть везде. Конечно, Юлия пишет. Так оно и есть. Так, Дима приехал на риф. При виде геля на волосах люди не думают, что ты гей. Не знаю, ребят, я бы так никогда не подумал. Я вот, например, в Италии был, там вообще вот у них мода, знаете, вот такие вот какие-то взъерошенные волосы. В принципе, это оттуда и пошло у меня то же самое. То есть, я когда побывал в Италии, я когда приехал оттуда, у меня просто, ну, сложилось четкое ощущение вот этого итальянского стиля, да. И все, мне это нравится, классно. Какие поступки, одна реклама и пиздоболы? Какие поступки, одна реклама и пиздоболы? Не знаю, что ты имеешь в виду. У тебя борода только местами растет. Я вот сейчас купил этот, как он называется, миноксидил какой-то мне крутой там привезли. Вроде поперло чуть-чуть, но не знаю. Я так для себя поставил где-то вот так вот лето. Если за лето не пойдет, в принципе, там полгода они говорят, то нафиг сбрею. Вот такой вот у меня как бы план. Вот, но я к этому спокойно отношусь. Ну, не растут и не растут. Вика говорит наоборот, типа не надо показывать свои, как говорится, недостатки. Вот, а мне пофиг, растет, не растет, вообще забил. Так, попивал кофе из гейзерной кофеварки. Да, вот я не знаю почему, но мне понравилось кофе во Вьетнаме. Вот кто из вас там во Вьетнаме был? Они подают кофе, знаете, вот тоже вот как, какой-то у них... такой, знаете, стиль заваривания вообще особенный. То есть там чашка в чашке, как бы так вот она переливается, и получается как бы через сито переваривается кофе, да? И такой вкус прям, знаете, как шоколада, прям очень вкусное, очень вкусное. Ну, Серега, с Благовещением тебя и всех, добрый фей. Да, ребята, и вас тоже с праздником, завтра Пасха. Сейчас самое главное, чтобы были позитивные мысли у вас в голове. Вот это самое-самое важное, да. Я не знаю, вы постились, не постились, я, честно говоря, нифига не постился, и, ну, вот последние дни вот так немножко, ну, как, мясо вообще как бы не ел, да, то есть, если только где-то попадалось там, да, а так вот специально старался не есть мясо. А куда в следующий раз летишь? Муса Бариев пишет. Ребята, Черногория, потом Хорватия, из Хорватии в Барселону, а там круиз. Вот, это будет на следующей неделе уже. Вот, поэтому, наверное, следующего стрима на следующей неделе не будет, потому что я буду в море, вот, а там как бы известно, что проблемы с интернетом будут, поэтому, скорее всего, будет стрим через неделю, вот, поэтому сегодня надо наслаждаться нашим сегодняшним стримчанским, вот, потому что на следующей неделе я буду в Испании. Как поднять бабла? В кэшбэре Вентура 216, кэшбэри, ссылочка в описании, да. Серега, очень уютные, интересные стримы, пишет Тим. Спасибо большое, спасибо, ребят. Я вот, вы знаете, сейчас в последнее время все-таки пришел к тому, что не приглашать гостей на стримы, да, либо если это делать, то редко. Почему? Потому что мне кажется, что вот важно с вами пообщаться, ответить на ваши комментарии там, да, то есть почитать ваши комменты. А когда гость приходит, я вот заметил, начинается сразу, ну, как бы, да, переключение каких-то вот... моментов именно от, ну, как бы я ухожу от зрителя. Как мне кажется, важно-то стрим провести со зрителем, то есть ответить на какие-то вопросы, какую-то тему поднять, пообсуждать. Когда вы бизнесом занимаетесь? Да постоянно. Ты продал куртку Бриони? Нет, ношу. Кстати, вот сейчас как раз такое вот, ну, весна, достаточно тепло на улице, сейчас ее можно уже одевать. Здорово, Дон Симон, здорово.
Привет, Серега, сколько уходит в месяц на продукты на двоих у вас примерно? Слушай, никогда не считал. Я как бы... Ну, я знаете, к чему пришел? То, что мы не покупаем продукты впрок. То есть, мы покупаем продукты обычно, ну, на день, на два. Вот. То есть, съели, потом опять что-то купили. Потому что не всегда кушаем дома. Иногда вот улетаем, уезжаем. А выбрасывать продукты у меня, честно говоря, рука не поднимается. То есть, зачем их покупать для того, чтобы потом выкинуть? Особенно хлеб. Я не знаю, как вы, но вот я хлеб не могу выбросить. Вот хоть вот такой кусочек, но не могу, вот я не могу выбросить хлеб. Не знаю почему. Если уж совсем он там пропал, заплесневел, да. Но вот так вот, знаете, вот некоторые там едят, кусок хлеба остался, он его выбрал. Я не могу так. Серега, а вот Шилов получает по 2,5 миллиона рублей благодаря Ютубу. А твой какой заработок с рекламы с Ютуба, и если не секрет? Ну, нет, у меня поменьше, конечно, чем 2,5 миллиона, я врать не буду. У меня где-то в районе миллиона рублей в месяц, примерно. Миллион рублей, может, плюс-минус, там, чуть больше, чуть меньше, там, по-разному. Но я-то один, я так понимаю, что у Митяя, у него же там целая команда работает, да? Всех кормить, поить надо. Вот, я-то один, мне проще. Сергей, а что с Немаги больше не стримуешь? Нет, я не стримлю с Немаги. Хлеб птицам отдавай. Да, у меня есть тоже специальная такая кормушка для птицы. Туда тоже мы хлебушек относим. Покрошил хлеб птичкам в окно. Не, у нас специальная кормушка есть. Я такую кормушку сделал, деревянную, большую. Те, кто меня давно смотрит, они знают. А знают, о чем я говорю. У меня есть, ну, деревянная обычная кормушка. Вот мы туда носим хлеб. Да. Слышал, что Конор на Хабиба напал. Как новость? Не знаю, не слышал. Да я особо не слежу за такими новостями. Че за ними следить? Ну, напал и напал. Что ж теперь делать? Ох, нифига, там у нас уже лайков-то поднасыпало, да? Давайте до 100, что ли, добьем. Добро пошло, да. Что будешь пить на Пасху? Вообще планов нет никаких. Вот Виктория Викторовна сейчас пошла в церковь посвятить Пасху, посвятить кулич, яйца. Вот, сейчас вот жду, сейчас должна прийти уже, да. Сколько стоило пальто Горд? Иван спрашивает. Вот это пальто конкретно стоило 32 тысячи рублей. 32. Ну, там разные варианты. Там можно с воротником, без воротника. Там разные варианты ткани есть. По-моему, неплохое пальто получилось. По-моему, хорошее. В Черногории ставни закрываешь. Ставни закрываем, конечно, да. На Пасху Когор. Блин, мне не нравится Когор, вот если честно, оно какое-то совсем приторное, сладкое такое. Ну, не, на любителя, конечно, ну, 32 это недорого. Ну, 32 это сколько получается? $500, там, чуть больше, да? $500, ну, для пальто такого уровня, я считаю, что это нормальная цена. Реально нормальная цена. В какой ювелирке ты делал кулон? Ой, ребята, блин, мне такие вещи прислали. Вот кто видел у меня в инстаграмчике, короткое видео было. Это называется крестик резной. Ну, я тоже потом еще в... Ну, кому интересно, зайдите у меня в инстаграме, они в подписках есть. Ребята просто такие вещи делают. Огонь просто. О, Роман Алябьев. Здорово, здорово. Привет, Рома. Вот. И они делают разные вещи. Я вот, помните, в прошлом году они мне прислали вот такой крест. Достаточно большой, такой массивный, такой серебряный, в дереве, да. И в этом году они мне прислали браслет. Ну, сейчас Вика пошла в церковь, ну, как осветить там все это дело. И икону такую прислали. Богородицы. Деревянную такую тоже на шнурке. Офигенная просто. Ну, качество сказка. Так. Тоже заказать надо. Виталий пишет. Очень качество хорошее. И, в принципе, недорого. Я вам хочу сказать, браслет 6 тысяч рублей стоит. 6 тысяч рублей браслет. Ну, в принципе, это подъемные деньги, я считаю. И реально буду носить. Вот сейчас жду, Вика придет, вот это одену. Я покажу вам сегодня в стриме, это что мне привезли. Если Вика сейчас подойдет, я вам покажу. Они неосвещенные приходят, Виталий спрашивает. Виталь, ты знаешь, ну, наверное, нет. Наверное, нет. Я все-таки решил сам. Я вот этот крест тоже сам в церковь носил. Мне батюшка его там освещал. А в этот раз Вика взяла его с собой. Вот, не знаю, там получится у нее сейчас осветить. Если не получится, я в Черногории сам схожу в церковь и освещу. Серега, привет. Птиц хлебом нельзя кормить. Лучше выбрасывать. Во, нифига себе. Я не знал, почему нельзя кормить хлебом птиц. Их зерном, что ли, надо кормить?
Толяну опять дверь испортили. Он тебя зовет снять на это видос. Ой, ребят, ну я не хочу опять, вот знаете, заходить опять в ту же самую лужу, понимаете? Не хочу, не хочу. Все, поезд уехал. Когда новые истории с Немагией? Да особой истории-то нет никаких, ребят. Тут надо тоже понимать, что всему свое время. Вот. Все это уже прошло, прошло. Прошла любовь, завяли помидоры, да. Серег, куда BMW делал? Ну, одна осталась в Черногории, одну продали. О, WhatsApp подъехал. Здорово, Сергей, красавчик, супер. Да, WhatsApp, привет, привет. Обнял, поднял, расцеловал. Донат ща придет. О, классно, ребята. Опа, пришел донатик, 100 рублей. Задонатил Александр. Задонатил Александр 50 рублей и пишет: а у меня любовь выражается в желании дать в морду Наталье Викторовне, назвать ее сволочью и матом. Так, Благовещение 25 марта, аж это у меня как 2×2=4, правда, забыл отметить этот день. Спасибо тебе за 50 рублей, Александр. И еще 50 рублей прислал Денис и пишет: как набрать 10 тысяч подписонов и 40 тысяч просмотров. Расскажи о новых правилах Ютуба. Да, и верни квартиру Толяну. Денис прислал 50 рублей. Спасибо тебе за донат. Ну, самое трудное, это, наверное, первая тысяча подписчиков. Вот она, вот кто смотрит меня давно, они все прекрасно знают. То есть набрать первую тысячу самое сложное. Ты вот смотришь там на свой канал, у тебя там 143 подписчика, потом смотришь 146, 148, 149 и думаешь, да тысячи это так долго, так невозможно долго. А потом прорыв, то есть ты выпустил какой-нибудь вирусный видос, например, или там какое-нибудь хайповое видео, или коллаборацию с кем-то сделал, и поперло. Вот, как сделать? Снимать больше, снимать. Серега, ты Иисуса освящал на спине? Да, ребята, в водах Иордана, представляете? О как, в Израиле. Это как Кэшбери. Да, это как Кэшбери. Кстати, ребята, Кэшбери работает реально. Меня там тоже многие упрекали. А, Серега, какие-то пирамиды там рекламируют. Ребята, вот те, кто со мной вот в нашей команде, уже поняли, что там реально бабки платятся. Так что, кто еще там думает, раздумывает, ссылка в описании. Реально все работает. Я вам сейчас покажу. Вот, мне присвоили там какой-то новый статус, я, правда, не знаю. Сейчас покажу. Я прямо сейчас вам кабинет покажу в реальном времени. Сейчас. Вот. Вот, смотрите, кабинет мой в реальном времени. Вот, сейчас на одном у меня счете 3992, на другом 8300. И вот эти вот у меня, так сказать, сертификаты. Вот, получается, сертификат у меня... Менеджер седьмого уровня, видите, у нас уже оборот 9 с лишним миллионов рублей. Вот у меня бонусы уже выплачены на 94 тысячи рублей, представляете? На 94 тысячи рублей. И в прошлом месяце я закрыл так называемый сертификат директора Изумрудного и получил 175 тысяч. Это вот за март я получил 175 тысяч рублей. Вот, поэтому для тех, кто еще сомневается или думает, что это все там фигня, там это все ничего не работает, вот, ребята, вот такие вот деньги. Вот, и все это реально работает. Так что для тех, кто сомневается, ребятки, ссылочка в описании. Кэшбери. Так. Кэшбери, да, это круто, конечно. Что делать, если себя не можешь в карьере найти и в работе? Любер пишет. Ну, меняй работу. Я вообще считаю, что, знаете, вот для того, чтобы ловить кайф вообще по жизни, да, нужно заниматься любимым делом. Любимым делом. Понимаете, когда вам что-то нравится, и вы от этого кайфуете, вы будете получать и деньги, и славу, и все у вас будет very nice, very good. Серега, соду еще пьешь? Нет, уже не пью. Я сейчас пью витаминчики, ребята, швейцарские. Да-да, не удивляйтесь. Витамины. И в Черногории буду пить, но не. Так, к сожалению, не та ювелирка, я имел в виду, в которой ты разрабатывал свой дизайн подвески с камнями. Понял тебя, понял, Литл пишет, панда. Я понял, ты про фирму спрашиваешь или про то изделие? То изделие мы так и не договорились там и по цене, и по всему, потому что что-то очень дорого получилось, и я, конечно, так призадумался. Очень дорого.
Вот, поэтому пока мы дальше ничего, как бы, дальше обсуждений по той теме так и не ушли. Серега, почему не рекламируешь Вулкан и Азино? У меня, кстати, была реклама тут казино, вот, буквально недавно, так что вы уже поняли, да? Так что и казино я тоже в том числе рекламирую. Я вообще не вижу проблем в том плане, что казино это что-то плохое. Я еще раз говорю, казино это индустрия развлечений, реально. Ничего там такого плохого нет. Кстати, вот сейчас круиз будет на следующей неделе. И я туда тоже пойду играть в казино. А чего там такого? А, интересно, Сталлоне носит часы, что ты привез? Или они до него вообще не дошли? Валентин спрашивает. Да нет, дошли. Я думаю, может быть и носит. Ну, не знаю. Я пока не видел вот ни на фотографиях, ни в Инстаграме, чтобы он в этих часах был. Не видел. Ну, мы как бы дело сделали, передали. А там это его дело. Как бы это, как я могу его заставить носить? Может, они ему не понравились, мы ж не знаем. Михалычу канал прикрыли? Не знаю, почему этому канал прикрыли, да хорошего. За что ему-то канал прикрывать? Ух, так, сейчас посмотрим. Так. Да. О-хо-хо-хо, Каналыч, действительно, Михалычу канал закрыли, смотрите. Получается из-за казино, что ли? Вот, смотрите, канал недоступен для просмотра в вашей стране. Это канал Михалыча. Вот это номер. Вот это да, я не знал. Нифига себе. И что, и давно прикрыли? Что за фигня? Вот это да. Не знал. А что соду перестал пить? Ну, пока у меня нету такой потребности. Был период, пил. Серега, ты продолжаешь тренировки по единоборствам, Матиас пишет. Ну, сейчас нет, сейчас просто у меня тренажерка, ТРХ, как обычно, беговая дорожка минут на 40 на час. Вот, но занимаюсь каждый день. Да, из-за казино, Фрэш пишет. Ну, я понял, да, из-за Кэшбэри прикрыли. Нет, Кэшбэри-то здесь при чем? Кэшбэри, кстати, абсолютно в законе, здесь нет никаких проблем. То есть у Кэшбэри абсолютно все, ну, нормально там проверяли, и все это микрозаймы, все это абсолютно проходит по закону. Закинул в Кэшбэри 1000 рублей, за 15 дней вывел 3200, ну, что, нормально. Донаты миллионерам одобряются, да, одобряются, присылайте, ребятки, донатики, это классно. О, Виктория Викторовна пришла, ну что, получилось, Вик? Да. О, Виктория Викторовна посвятила дяде Сереже, смотрите, давай покажу. Виктория Викторовна пришла, смотрите, какую красоту принесла. Нет, вот красота, бантик-то. Видали? Гавайский. Гавайский бантик. А салфеточка у меня какая, вот. С птичкой. Где? Да. Вот, покажи. Смотри, какая, да? А там что, куличик свечка, у нас? Кулич, а эту пачку сейчас в холодильник надо взять. Прикольно, молодцы. Вот, ребятки. Сережа, обратись к иконкой, надо, Аленка сказала, специально просить службу. Ну, сделай. Да я думаю, в Черногории я сделаю за это, да. Ну, специально схожу. Вот, даже всегда. Да. Ага. Там супец я тебе разогрел, Зай, давай. Потому что ты же сейчас пойдешь в два, да? Там уже горячее. Два. Все горячее, давай. А, здорово, крестный отец Ютуба. Ну, здорово, ребятки. Здоровенькие булы. Так, Сергей, как сделать спину широкой? О, слушайте, ребят, ну столько упражнений сейчас есть, с этим проблем нет, вообще никаких. Погуглить можно, посмотреть, надо сфоткаться на фоне двери Толика. Тетя Сережа, Дон Симон, блин, не понял. Серега, как познакомился со своей второй половинкой, как нашел ее? Вижу, вам хорошо, дружно живете для себя. Да, мы давно уже, 25 лет вместе, в общаге познакомились. Так и... Мы живем. Симон, скольких мы убили, скольких перебили в 90-х молодости? Ответь, плиз, Литл Панда. Блин, я, наверное, пропустил. Я уже, ребята, не успеваю за вашими комментами. Вы, если хотите что-то конкретное спросить, вы присылайте через донат. Так, дай я эту иконку покажу ребятам, что привезли вчера. Сейчас покажу. Так. Что сделать? Ничего делать не надо, да, Серега, как обновить секс после 10-летнего брака, Иван Иванов пишет. Ну, во-первых, любить надо, вот мне кажется, когда ты любишь, тогда все нормально, а так, что это, все это понятно, это все это от лукавого, понимаете, все эти. Самый лучший стрим, Серега, да. Вику куда-то опять отправляют в 2 часа, Володька Трынкин, да, Виктория Викторовна, она же у нас, у нее, как знаете, пропеллер.
Ну вот, она как этот самый, как метеор везде. И там надо, и там побывать. Так, Джонни Депп. Канал Шиловой, этот канал недоступен для просмотра вашей страны. Да, я смотрю. У Михалыча канал забанили, прикинь. Ну все, вот из-за казино. Что? Не разрешаю. Из-за казино, да. Хреново. Серый, а ты Иисуса освещал на спине, накрываешь ли ты его во время секса? Освещал, я же говорил уже, в Иордане. Да, ребята, да. Все это было. Вот какая у нас пасочка. О, классно. Пасочка какая. Ну, это у завтра нас будет уже. Да, это завтра сидим. О. Я смотрю вас с самых первых видео. Ну, прикольно. А, Михалыч канал только в России недоступен. Володька пишет. Ну да, браслет покажи, сейчас покажу. А где он, Вик, у тебя? Кто? Браслет. Да, сейчас. Сейчас покажу. Я его побрызгала. Ну и все, а я в Черногории службу отдельную там, да, пойду, мы сделаем. Говорить, надо специальную службу, чтобы... Знаю. Ну не специальную службу, но в общем, короче, надо к батюшке он подойти. Там читает. Не, ну чтоб он накрыл этим своим, как он называется. Да, 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 да. Вот. Сейчас покажу. На, в мешочек взять этот? Да не, не надо. Не вот надо? Такую вчера привезли тоже. Икона, видите, она деревянная. Не знаю, там видно, не видно. Сейчас. Ой, красивая, там такой очень тонкости красиво. Все. Даже лико сделано. Да, это Серафим Саровский, да? И вот здесь вот получается Божья Матерь Казанская. И вот это вот серебряные такие вставки на шнурке. Здесь тоже вставочки такие. Здесь такая молитва небольшая. Вот. И что хорошо, оно одевается через, ну, через голову. То есть не надо расстегивать, застегивать, ничего. То есть прям вот, вот так вот. И такой вот браслет тоже вчера прислали. Тоже он серебряный, с животворящим крестом вот с таким. Вот, с деревянными, с такими вставками ручной работы. Вот, и с таким вот карабином. Видите, вот здесь карабинчик такой. Правда, самому застегивать достаточно сложно. То есть надо попросить кого-то, чтобы застегнули. Но в нем можно мыться, купаться, в баню ходить. В общем, очень классно все сделано. Качественно сделано. Ребята в Костроме сидят. Обалденное просто качество. У меня в Инстаграме там есть короткий ролик на эту тему. Можете зайти, посмотреть, перейти там по ссылке, кому надо заказать. Вот этот браслет что-то 6 тысяч рублей серебряный стоит. 6 тысяч. Вообще недорого, я считаю. Для такого качества, да, Вик? Слушай, а застегни мне, а то я же не могу сам. Сейчас я же к свету пойду, чтобы не с пустыми руками, чтобы коробки не было. Качественно сделано, да. Так, Серега, привет, Петр пишет, здорово, здорово, ребята. Сидят в Костроме, да. Да. В Костроме сидят, да. Точно. 100%. Сколько у вас времени, Дмитрий пишет? У нас 13:38 вроде, да? Вроде так. Так они из алюминия прислали, вот и недорого. Ну, нет, ребята с этим не шутят, у них есть сертификаты, коробки, там все это есть тоже. Как там Кэшбэри, Петр пишет? Работает, представляешь, работает. Ребята, работает Кэшбэри, да. Слушайте, ну вы молодцы, меня, конечно, сегодня задарили просто лайками, я даже не знаю, в честь праздника, что ли, или что такое. Смотри, почти 100 лайков нафигачили, а? Вот даете, а? Молодцы, ребятушки, молодцы. Чем занимаешься, кроме Ютуба, маникюра и спортзала? Пишет ДГДК. Я занимаюсь спортом. Занимаюсь Ютубом, Инстаграмом, Контактом и все дальше по списку. Прислал у нас еще один донат Серж Эго, 100 рублей и пишет. Серега, привет, скажи, в чем фишка? Заниматься одновременно в двух залах, а то я вот этот момент пропустил. Серж Эго, спасибо тебе за 100 рублей. У меня на самом деле много залов, в которые я хожу и в которые меня с радостью приглашают. Где-то по рекламе, где-то на съемке, где-то там по каким-то проектам. Я вот, ну, как бы официально хожу в Gold Gym и официально хожу по карте. Хожу в, как называется, X-Fit. И у меня еще есть гостевые в World Class. Потому что в World Class ходит Вика. Поэтому этих залов очень много, в которые мы ходим заниматься. Вот, ну залы все новые, сейчас вот я видели, ролик снимал, там Gold Gym новый вообще сделали полностью. Этот X-Fit мне нравится тоже,
Вика вот ходит в World-класс уже там, не знаю, лет 10, наверное, не больше, да? Вик, застегни меня. Больше. А, застегнуть я уже забыл. Давай. Сейчас. А ты какой стороны? Я все правильно сделал. Так. Вот. Сейчас. Потому что я сам не могу нифига застегнуть. Видишь, это же надо держать там. Очень сложно, кстати, застегивается этот браслет, но это и хорошо, потому что он не расстегнется. Так. Ты платишь за Gold Gym? Да, за Gold Gym плачу. За остальные залы не плачу. Гостевые по моим. Ходите ходишь. В кино. Вот, и вот на руке он вот так вот выглядит. То есть они, видишь, они спрашивают у тебя, какой у тебя размер запястья. И сами потом все под тебя подбирают. Ну, очень удобно. Вот, я и мылся в нем с утра сегодня. Без проблем вообще, как бы не чувствуешь. Он достаточно легкий, удобный очень браслет. Серега, звук пропал. Так, тогда пускай ребята пришлют тебе свои подделки из хлеба, Карбонат пишет. Мама сына на улицу собирает. Да, типа того. Так. Да, спасибо, ребяточки, за ваши донатики. Это все идет в копилочку добра и позитива. При каждой инвестиции надо страховку оформлять, Александр спрашивает. Но я уже говорил, надо при каждой инвестиции, но тогда, когда вы отобьете свой основной вклад. Покажи кофе, какой пьешь. Ой, у меня сейчас закончилось кофе, у нас там какие-то наши отечественные остались пакеты тоже, ну, неплохие, как бы я так понимаю, что, ну, в России сейчас тоже делают вот эти вот чалдовые кофе. По 16 рублей мы в Ашане брали, неплохая цена, я считаю, за одну чашку кофе 16 рублей. Так, здорово, Серега, Юрий Громов, о, Юрчик подъехал, здорово, здорово. Че там у Михалыча, че там каналом-то, все забанили нафиг наглухо, да? Вон, смотри, что у него, видишь? Да, для Михалыча, конечно, мне кажется, это он расстроился, потому что, как бы, для... Ну, видишь, что написано, Вик? Этот канал недоступен для просмотра ты что, забыл взять в вашей стране. Яйца, он не взял, а я не стал оставлять, потому что, не дай бог, потом это. Поэтому... А бандаж подошел ему, все нормально. Да, слава богу. Да, суп там наливайте, суп там разогрел. Так, идем дальше. Так, Серго, выглядишь на 35 лет, да, спасибо, Фидан, я думал месяц, типа, там процент маленький, Фидан, что такое Фидан, не понял, Лудожоп недавно на стриме задонатил Виджелинку 250 тысяч, и он, блин, не успел прочитать, и он все проиграл в казино, ну, мата много не надо, и тебя забанят за рекламу МММ. МММ, кстати, да, ребята, вот же было время, представляете? Было ведь время, да, Мавроди. Ну, не знаю, мне кажется, с Мавроди какая-то тоже такая недосказанность в этом во всем есть. Мне кажется, такой вот умнейший мужик и такая нелепая смерть, хрен его знает. Так, Серый, привет, здоровья, ты ща в России, Александр Князев пишет. Да, пока в России. Пока в России. Угу. Кому свое наследство оставишь? Сделай на меня, Павел пишет. Ой, слушай, я думаю, там очередь станет еще. Школьные поединки. Не попробуй. А, это понятно. Ты ему отвечаешь. Ясно, ясно. Он бухал, поэтому и помер. Да? Честно говоря, не знаю. Вот по поводу этого что-то все как-то молчком умалчивается. Вообще мало информации по этому поводу. Александр Журба. Привет, Саня. Все, отправил тебе конвертик. Надеюсь, ты скоро получишь свой заветный... Презент от Дона Симона, да. Когда видосы про квартиру новые будут? Виктор Колокольков, Корольков спрашивает. Ну, будут, они уже. Вот сейчас вот, кстати, видос будет следующий. Я встречался с ребятами, с дизайнерами. Кто нам будет делать, помогать дизайн нашего жилья нового, да. Очень интересные ребята. Такой семейный бизнес у них, муж и жена, очень классно делают. Вчера ездил, смотрел их работы, которые уже, как говорится, ну, из того, что было на бумаге, уже реализованы в реальной жизни. Мне понравилось, да. Серега, почему тебя, как и Навального, одни школьники смотрят? Я бы не сказал, ребят, я вот уже рассказывал. Я, кстати, сегодня, Вик, слышу, в метро еду. Двери открываются, заходит мужик, ну такой лет 35-40, подходит ко мне, такую руку протягивает, здравствуйте, Сергей, я говорю, здравствуйте, ну там взрослый достаточно, такой с портфелем, ну солидный мужик, я говорю, здравствуйте,
Вот, он такой, вот, говорит, смотрю, там вас много лет уже туда-сюда. И мы с ним до пролетарки ехали, представляешь? Ну, это к вопросу о том, что школьники смотрят. Разные люди смотрят. И школьники смотрят, и я в этом тоже ничего плохого не вижу, потому что сегодня ты школьник, завтра ты уже вполне себе взрослый человек. Вот. В метро гоняет. Да, а что такого, Володь? Я не вижу. Мне метро очень удобно. Особенно, я еще раз говорю, если ты живешь в центре, машину ставить здесь проблема, достаточно дорогие парковки. Очень удобно на метро. Плюс новых станций, сколько понаоткрывали. Так что очень классно. А в портфеле веник. Да нет, Валентин, он ехал на работу, он мне рассказал, он там в какой-то компании работает по ремонту и восстановлению ретро-машин. Прикинь, мужик работает. Вот так. Так, Серега, ты планируешь в будущем выходить на бои? Да мне пофиг, могу и выйти, блин. У меня с этим проблем нет. Я же всю жизнь спортом занимался. То есть у меня боязни ни ринга, ни ковра нет абсолютно. В России есть казино для тех, кто не в курсе, не только в одном месте. Конечно, я вообще считаю, что вот у нас как-то, вот знаете, как фобия какая-то, казино. О, это плохо, там. Там, например, тот же самый Кэшбэри, микрозаймы. Ой, плохо. Да ничего, это просто зашоренность людей. Просто люди не понимают, что такое казино. Я уже 1000 раз, 1000000 раз говорил. Казино — это индустрия развлечений, в которых, во-первых, в которой очень много звезд шоу-бизнеса, много концертов, самые лучшие рестораны в казино. Посмотрите. И я просто вам это говорю, потому что я сам это все проходил, много лет там работал. Вот, поэтому я так к казино нормально отношусь, абсолютно. А какие концерты там, да, Вик? Какие разные шоу-программы? У нас сколько передач сняли в казино? У нас сколько разных интервью со звездами снимали? Откуда вот эти все звезды? Они все оттуда, из казино. Так что я к этому абсолютно спокойно отношусь. Это большой клуб, а там и, да, и игровые автоматы, и карты. И ресторан шикардосный просто, да. Ну, а сколько... Конечно. Выйти для удовольствия и спать. Серега, когда откроешь свой магазин? Саня, скоро. Мы готовимся к этому. Готовимся. Серега, а чаевые большие дают в казино? Ну, когда человек выигрывает, как правило такое есть, как в ресторане, то есть давать фишку, ну, то есть давать на чай дилеру. То есть по-разному, у кого как было. Разные чаевые были. И по $300, и по $500 людям давали. Серега, ты откуда? Я в Москве. Оба, 228 человек у нас тут. Смотри, лайков сколько. Вот, ребятушки, молодцы-то вы. Родные вы мои, родные, родненькие, а? Здравствуйте, Сергей. Лори пишет. Да, здорово. Фотожопер. Школьные поединки. Ну, у вас ники, конечно, смешные. Я смотрю, вообще обалдеть. То есть ты рекомендуешь играть в Вулкане, Дмитрий Нареев пишет. Я не рекомендую играть в Вулкане. Я вообще считаю, неважно, Вулкан там или какое-то другое казино. Я еще раз говорю, я к казино отношусь нормально. И вот в круиз мы сколько раз ходили, я же вам тоже рассказывал, как мы играли. Да мы просто там, ну, условно говоря, 50 евро разменяли, проиграли, выиграли, ушли. Все. Здесь нету никакого вот этого, как это, лудомании. Мы с ума не сходим. Да, когда выиграли, когда проиграли, то нормально. Чего там такого? Потом, не знаю, мне нравится, почему еще казино, потому что, ну, в казино на самом деле очень, ну, как бы респектабельно одеваются люди, да, выходят там в костюмах, то есть есть какие-то наряды, которые так просто не оденешь, да, Вик? А есть, например, вечерние платья, там, костюмы какие-то, да, вот только для казино, для каких-то вот, для ночных клубов, заведений. Чё с Вольновым? Не знаю, ребята, чё с Вольновым? Покажи свои наручные часы. Уже показывал в начале стрима. Казино — это обман. В России казино — это в 100 раз больше обман. Ой. Не знаю, это как правило, это вот такое, знаете, мнение обывателя, да? То есть я объясню, как устроено казино, чтобы вам было понятно, в России в том числе, да? Казино — это один из самых прозрачных бизнесов, да? В плане налогообложения. То есть, с чего складываются налоги в казино? Из количества игровых автоматов или игровых столов. То есть, есть налог на игорный бизнес, да, с чего он складывается? Например, у вас в заведении, например, 20 игровых столов, там 5 рулеток, там 5 блэкджеков, там
И вот эти вот на каждый стол существует своя ставка. И вот сколько столов, столько вот вы платите в бюджет. Точно так же по игровым аппаратам, по слотам. Понимаете? И это как раз настолько удобно для государства контролировать все это. Понимаете? Поэтому я к казино, еще раз говорю, нормально отношусь. Виктор Корольков пишет: Кондрашов, Сашка тебя опередил уже на этом круизе. Нет, он на другом круизе, я знаю на каком, это совершенно другой корабль. Он тоже вышел из Испании, из Барселоны, но это другой корабль, другой. Мы пойдем на другом корабле. Серега, привет, приветствую вас, Сибирь, Красноярск, здоровья вам. Михаил пишет: да, привет, Миш, спасибо большое, спасибо. Так... Так, донаты есть, да, ребята, донаты можно прислать через суперчат, вот здесь прям в чатике справа, да, либо через Donation Alerts, можете передать и приветы свои, пожелания, так сказать, в канун праздника Великой Пасхи. Так, что я хотел-то, ага, так, сейчас посмотрим. Да, последний ролик, посмотрите, достаточно тоже интересный, там битва, из битвы экстрасенсов много было разных. У нас персонажи достаточно интересные. Да. Почему тебя в блогерский сериал на ТНТ не пригласили? Алкаша Шилова пригласили. Я не знаю, ребят. Меня много куда приглашали, но, во-первых, я не съемки всегда... Съемки ночью. Нахера да. Это ночью? Ночью о. Спать надо. О, вот Вика, и все. Вика правильно говорит. Меня приглашали многие передачи, но там мне смысла нет ездить и кухня, туда ночами. Приглашали, как он называется, ужин. Не помню, как это передача-то. Забыл я этот... Ну, мне это не нужно, мне не интересно это. Во-первых, деньги не платят, ночь ты там проконагробишься. Конечно. И нафиг это надо. Не хочу, ребята, ни на ТНТ, никуда не хочу, никуда. Золотые слова, Виктория Викторовна, конечно. Я ночью спать хочу, а не съемками заниматься. Раскудахталась, пишет Кирилл Киреев. Ну, Вика такая, она может, да, шороху навести. Метеор мой, да, Виктория Викторовна, мой метеорчик. Серега, на субботник в конце апреля пойдешь? Да, в Черногории. На субботник, да, Вик? На субботник пойдем в Черногории. А, званый ужин. Во-во, правильно Дима пишет на рейф. Точно, званый ужин. Туда 1000 раз звали, приглашали. Не хочу. Вика, не ругайтесь, чудо-женщина пишет. Ну, Вика не ругается. Серега, ура, Толян уехал от мамы и устраиваться стал в жизни. Ну, слава богу. Любимый композитор какой? Шопен. Да. Вики, привет с Иркутска. Так, все, я побежала. На. Покеда. Все. Чао, пока. Сергей, вы молодец. Шли дизлайки, а вы продержали, делали свое дело. В итоге пошли лайки. Мое уважение, Тимур пишет. Ну, ребят, ну я-то уже мне не 5 лет, там, не 10, да, то есть обижаться на вот эти лайки, дизлайки. Я делал свое дело. Кого? А что это? Ну, а, я уберу сейчас, да. Я кофе сейчас еще буду пить. Сейчас кофейку попью. Давай. Ну что, мне к 5 тогда, да? Да, я тебе напишу. Давай. Званый ужин, зашквар. Дональд Дак. Ну, зашквар, не зашквар, но мне нафиг это не надо. Они там типа, да, пишут, там надо неделю этому посвятить. А ради чего? Денег ноль, геморрой вот так, квартира вся там. Ну, то есть, мне это не нужно абсолютно. Так, Серега, расскажи о своем первом бизнесе или серьезной работе, с чего начинал. Сергей Зарядов пишет. Да я уже рассказывал, в принципе. Основные бабки пошли, конечно, это вот, когда работал в Брайтоне, уже замдиректором был. Потом уже пошло казино, там уже бабло пошло такое, не кислое. Ну и потом уже пошел собственный бизнес, там сеть кафе, сеть туристических агентств. Ну и вот так потихонечку все пошло. Серега, почему решили купить новую квартиру? Чем ваша не подошла? Black Side пишет. Ну, я всегда хотел жить в центре. Вот честно. Вот у меня мечта была, и у Вики то же самое. Жить в центре. И мы долго искали. Мы почему не брали там, что попало, да? То есть мы искали именно тот вариант, который нас бы устраивал. С отдельным входом, 2 этажа. И мы нашли такой вариант. Вот сейчас вот делаем ремонт. Вот, так что... Если будет все нормально, может, даже к этому Новому году переедем. Не знаю, дай бог, конечно. Серый, когда будешь в Монтенегро? Хотели встретиться, Владимир Вебер пишет. Володь, мы будем... Кстати, можешь приехать в Тивот, мы прилетаем 11 числа Аэрофлотом. Так что, по-моему, не знаю, по-моему, дневной рейс в Тивот.
О, 100 рублей прислал Валентин. Five Gorets, 100 рублей, пишет: Серег, мне визу в Британию дали. Наивные думают, я обратно вернусь. 100 рублей прислал. Да, спасибо, спасибо, спасибо за 100 рублей. Работает донат. Так, у нас еще донаты, сейчас я их все зачитаю. Прислал 50 рублей Александр и пишет: Серега, ты когда будешь в круизе, попробуй поснимать побольше того, как вы будете на новом лайнере. Да, спасибо, Саш, за 50 рублей обязательно, потому что вот этот лайнер, на котором мы пойдем, это первый его спуск на воду, ребята, первый, представляете? То есть вот что прикол, то что я и хотел снять именно, ну вот этот корабль, именно первый. Можете погуглить в интернете, он называется Горизонт Карнивал, Карнивал Горизонт называется, да. А что за магазин? Что ты имеешь в виду в магазине? Серега, скажи Владику и ВДВ, что вы перестали бухать. Да, ребята, Рокки Краш пишет. Да это вот золотые слова. Понимаете, к этому человек должен прийти для того, чтобы не бухать. Невозможно ему навязывать. Невозможно говорить там, брось курить. Пока человек сам своей головой до этого не дойдет, бесполезно, поверьте мне. Если человек понимает, что ему хана, у него там сердце останавливается, либо запой, или еще что-то такое, он сам к этому придет. Вот поверьте мне, я многих людей видел. А вот говорить, а там ты давай бросай бухай, там это все бесполезно, не работает. А, какой, по твоему мнению, должен быть капитал для начального бизнеса у молодых парней? Сергей пишет. Серег, ну изначально должна быть идея, понимаешь? А под эту идею уже искать деньги. Если есть офигенные идеи, поверь мне, деньги найдутся. Поэтому ставить вопрос наоборот, сколько денег, это неправильно. Сначала нужна идея. Теперь у вас будет таунхаус, Blackside. Да, будет таунхаус. Вот это мы искали, да. Именно в Москве, именно в центре. Серега, ответь просто. Канал «Трансформатор» и «Рома» — это театр или все по-настоящему? Честно, Лех, я думаю, что какая-то доля артистизма есть, конечно. Доля артистизма есть. Серега, на палатке с шаурмой сейчас можно подняться? Можно. Но я знаю, что... Ну, на одной, наверное, сложно. Хотя и на одной, наверное, можно. Но вот у меня там пассажир один был. У него было 30 шаурмичных. 30. Вот он говорит, чистая прибыль с одной — это 100 тысяч рублей в месяц. 100 тысяч. Ну, за минусом зарплаты, там, налогов, расходов, туда-сюда. 100 тысяч приходит, приносит одна шаурмичная. Вот представь, у него их 30. Он 3 миллиона в месяц зарабатывает. Пойди плохо. Нормально. О, Драняра, привет, Серега. Чаттеры сейчас дома. До компа дойду. Давай, давай, ждем, ждем. Вот, как высыпаться, блин, вот я сейчас в последнее время что-то очень мало сплю, очень мало. Вот ложусь в 12 в час, встаю в 6 утра, представляете? В 6 утра встаю, что за фигня, непонятно. Так, либо в центре, либо отдельно от всех, типа края деревни, чтобы не жить в общей массовке, конечно. Твоя версия гибели ребят на перевале Дятлова, Серж Иго, блин. Хороший вопрос, но, слушай, мое мнение такое, что, конечно, эта смерть произошла от какой-то другой группы людей, либо от каких-то, ну, мне так кажется, потому что уж больно там что-то как-то закручено все, и до сих пор разобраться не могут. Иерусалим без монтажа, здорово, хай-хай, привет, привет, здорово. У мопса спит, ну, что делать? Ты высыпаешься? Ну, когда высыпаюсь, когда нет, по-разному. Ой, я крутой модер, да, да, крутой модер. Сергей, я тебя, а тебя просят документы в кэшбэре показывать при выводе, а то спрашивают иногда данные подавать. Ну, там нужно, во-первых, пройти верификацию, то есть, ну, как бы, да, там привязать телефон свой, там, почту свою привязать, паспортные данные. А как вы думаете, что, просто так, что ли? Конечно. Они же и договора там оформляют на вас, там, и все остальное. Серега, недавно узнал про Кольскую скважину и звуки ада. Что думаешь? Вообще не слышал про это, Алексей, честно говоря. Я это... Бои смотришь? Редко, редко. Ну, такие самые центровые, да, а так, по большому счету, нет. О, лайки поперли, лаечки, лаечки. Ух, ха-ха, привет. Сколько часов в день ты тратишь на работу, Володька Трынкин? Ну, я не считаю по часам, постоянно, то есть какие-то звонки там туда-сюда, какие-то встречи, это в течение дня происходит. А, вот, так.
Да, спасибо, ребят, за ваши донаты, спасибо, очень приятно. И, кстати, суперчат работает, вы видели, да, как? То есть здесь можно тоже прям с суперчата задонатить, да. Что с Эриком Давидовичем? Не знаю, честно говоря, не слежу я нифига, что там происходит. Ну, знаю, что ничего хорошего нету. Че, вкусные видосы с кухни будут? Будут, конечно, конечно, конечно. Но сейчас пойдут поездки, вот, сейчас на самом деле будет достаточно много поездок. Америка будет, вот, заказал уже все. Заказал все отели, заказал все внутренние перелеты, гостишки, все заказал. Прилетаем в Нью-Йорк 6 июня. По Нью-Йорку полазаем 3-4 дня. И потом из Нью-Йорка до Майами. И в Майами там несколько дней. Потом круиз на Кубу. Ну, в общем, короче, ребята, вас ждут замечательные видосы в ближайшее время. Много поездок, много будет поездок. Добрый день, привет, Игорь пишет. Привет. Посмотри донаты, я скинул 1000к, Fox Game пишет, нифига себе, но пока не пришла, нифига, твой косарик не пришел пока, ну будем ждать, надеяться и верить. Как думаешь, на чем Шилов поднялся? Я не думаю, ребят, но поднялся человек, слава богу, я никогда никому не залезаю в карман, вот честное слово, если человек зарабатывает, слава богу. Серега зачитает донат от Толяна. Так, а где, да, а, вот пришло 50 рублей от Толяна и пишет, Сергей, я думал, ты серьезный человек, зачем ты мне дверь загадил опять, пишет Толян, спасибо тебе за 50 рублей, ну, для меня это мелко, я вообще считаю, что вот то, что происходит у Толяна, да, это, знаете, это, как это правильно, да, это не хулиганство, нет, это, знаете как, это просто не уважать себя, такими вещами заниматься. Вот я так считаю. Это надо настолько себя не уважать, чтобы вот прийти там кому-то домой, там что-то вот сделать. Ну, это похабно, похабно. Это такое просто разрушение человека, кармы его. Это ужас просто. Мне жалко Толяна. Серега, казино, какого занимается... Сергей, каково заниматься... тем, что нравится, не влезать в скандалы, спокойно записывать видео, темы, которые тебе интересны, интересно ваше мнение. Да ну нормально, ты ж кайфуешь от этого, тебе это нравится. Поэтому играешь в компьютерные игры? Нет, Павел, не играю. У вас замечательная картина за спиной, она из Индии? Это нет, это не из Индии, из Индии у нас другая картина есть. Да. Так. Шилов поднялся, вы, Сергей, тоже зарабатываете, а не магия все так же в Кемерово сидит и гадит на всех, Акди пишет. Ну, понимаете, в чем дело, как бы это правильно сказать, не магия просто уже пересидела, то есть, я еще раз говорю, не магия пыталась там, да, как-то пытаться настроить бизнес, помните, кальянную делали, там еще что-то такое, но, видно, не пошло. То есть я тоже много чего пытался сделать, там то не пошло, сё не пошло, что-то еще пытаюсь сделать, что-то пошло более удачно, там, да, вот, например, Кэшбэри, я вот, честно говоря, я не думал, что Кэшбэри будет давать такие вот, как бы, да, деньги, но дает, вот, я ж год целый, прошлый вообще практически ничего не делал там, да, сейчас поперла тема, вот я ж показывал вам сейчас личный кабинет, то есть... деньги пошли и достаточно серьезные. Сергей, вопрос тебе по поводу здоровья. Часто болеешь и пьешь витамины или же фрукты, ягоды хватает в этом плане? Сергей Зарядов. Сейчас покажу, какие витамины пью. Сейчас покажу. Офигенные, кстати, витамины. Да. Вот эти вот швейцарские витамины я пью. Называются они Хельвесана. Не знаю, можешь погуглить, посмотреть. Хельвесана. Вот. Офигенные. Они выглядят вот как вот такая капсула. Вот, она на день. Вот такая капсула. По вкусу как апельсиновый сок такой. Знаете, концентрированный сок такой. Вот я после спорта выхожу и просто выпиваю. Ну и там стаканчик воды выпиваю. Вот эти витамины пью каждый день. Вот. Офигенный. Зайди там, ну погугли там, зайди. Сайт у них есть. Кстати, у меня там есть ссылка. То есть при заказе пишешь от Симонова. Вот, там скидка будет. Сколько я не знаю, но скидка будет. Вот, это вот швейцарские. Офигенные. Да, знаю такие, Сергей. Очень качественные, согласен. Сергей пишет. Ну вот я вот их пью. Ну пью, вот, ну как, ну может месяца два вот начал пить как, да?
Вот. Но мне тоже посоветовали, в принципе, буду их брать. Тебе жалко Толяна, а ему эти гадости дали толчок к каким-то действиям. Ну, дали хорошо. Так, букаки, витамин, не знаю такие. Сергей, не увидел нифига. Признавайтесь, зачем вы дверь Толяна испачкали? Разумист пишет. Мне на самом деле вот жалко Толяна. Если это так, я, честно говоря, не знаю, но если это так, то, мне реально его жалко. Издеваются над человеком. Ради чего? Непонятно вообще. Зачем? Вот я говорю, реально, весна, обострение. Как колено. Да вроде нормально, все хорошо. Все шикарненько. Отлично все. Америка ТВ, увидишься, да? Я для Америки ТВ везу подарки. У него спросил, я говорю, слушай, сын, что тебе привезти? Какую майку? С Путиным? Или с Гагариным, или с Доном Симоном. Он говорит, с Доном Симоном привези мне майку. Поэтому заказал ему и Кате, его супруге, заказал вот такие вот майки Дон Симон. Вот. Они отправятся в Америку. Будут подарочки для американских друзей, для наших. Вот это вот вчера мне привезли. Вот. Так что будет у меня подарки, да. Вычисли обидчика Толяна, кастрирую, как в 90-е, Матиас пишет. Эх, ребята, не хочется руки марать просто. Он разводится с Катей. Да нет, вроде бы. Мне писал, что будут встречать, все нормально. Сергей, вам нравится Double P, Net, Strain? Не знаю, что это такое. Сергей, тебя не раздражает Америка ТВ? Да нет, он в жизни-то абсолютно нормальный пацан, абсолютно. Вообще нормальный, даже тут вопросов нет никаких. Сергей, помнишь меня? Дима Фролов пишет. Привет, Дим, привет, помню. Привет, передавай. Катя Дмитриева пишет. Катечка, привет. Какой вид дохода тебе по душе? Пассивный или активный доход? Пассивный, конечно. Потому что я сейчас уже вообще не представляю, вот знаешь, как можно там, где-то на земле там деньги зарабатывать. Можно, но достаточно сложно. Сейчас вообще все деньги в интернете, я вам по секрету скажу. Да вы и сами все знаете и видите. Сергей, не изнуряйте себя. Вас очень тяжелая жизнь, берегите себя, высыпайтесь, инкогнито пишет. Ну, вот, может быть, и смешной комментарий, а на самом деле ты прав, потому что вот выматывает именно общение, да, с людьми. Постоянный монтаж, я вот могу сесть там, например, 3-4 часа сидеть там, видос монтировать там, в программе там записывать, монтировать все это. Это достаточно тяжело, это кажется, но тяжело, да. Как у вас погода, как дела? Да вроде хорошо все, круто, спасибо, вау. Да, без проблем. Так, ребятки, давайте-ка наляжем на донаты, да? В преддверии праздника, так сказать. Давайте, да. Немножко порадуем Дона Симона. Сейчас. Так, Сергей, почему вы так благосклонны и сдержаны к хейтерам? Иван пишет. Да это как бы, я даже не знаю, что такое хейтеры там или еще что-то. Это просто люди как бы, да, они заблудились. А многие как бы потом вышли на какую-то полянку, огляделись и сказали, что нет, я больше не буду дизлайки ставить Дону Симону, только лайки. Вон, посмотрите, сколько лайков поналетело. Так, Серега, когда новая татуировка? Ну, я вот сейчас же две сделал, вот эти вот две новые татуировочки, видите? Чокурей сделал, вот такую рыбу сделал, классную. Ну вот, ролик на канале есть. Вау. Серега, с наступающим, да? Спасибо большое, завтра праздник. Плати тому, кто будет тебе монтировать. Зачем время тратить? Ну, Дим, отправлял на монтаж, но вы же мне сами писали. Серега, монтируй сам. Невозможно смотреть. Вы помните, как склейки, срезки эти все делали? Я же отдавал. Мне что, там денег, что ли, жалко? Нет, конечно. Мечтаешь ли побывать на острове Пасхи? Не думал пока об этом. Татухи супер, Ян пишет. Спасибо. Татухи, да? Спасибо большое. Так, что у нас еще вам рассказать-то такого? На ногах собираешься татухи делать? Серж, пока не думал. Твое любимое блюдо. Вот не знаю, на этой неделе так хотел борща, офигенного борща, что аж сегодня дня два ел подряд. Вот просто борщ вот захотел и все. Серега, часто удается выбраться в спортзал в сегодняшнем режиме или все же хватает времени иногда? Не, я каждый день по утрам в спортзал, четко. Я поэтому рано встаю. Я же этот самый, жаворонок. Я где-то в 6 встал,
Там в 7 вышел, 8 в спортзале, там до 9. Ну, вы видите же, я же в истории постоянно скидываю эти фотографии тоже и в Инстаграме, там везде, и ВКонтакте. Дружи борщ готовил, да, понял. А, планируется новый тату? Планируется, планируется, да, будет. А, так, а вы можете согнуть вилку, Сергей? Наверное, смогу. Сергунчик, привет из Питера, Станислав, привет, ребятки, привет. Обнял всех. Вот я к чему хочу сказать, то что вот на самом деле, вот знаете, атмосферу в чате, ее тоже чувствую, ну как бы видно, да, чувствуется она. Вот даже вот вы пишете эти комментарии там свои, да, там вопросы задаете, я вот чувствую, комментарии-то позитивные, хорошие такие, знаете, нормальные. Серега, привет тебе, Володя Якимов. Здорово, здорово, Володь, привет. Вот, Серега, мне кажется, сова или жарна, бред, главная привычка. Ну, не знаю, вот я даже когда очень сильно уставший, вроде там совсем поздно ложишься спать, и все равно рано встаешь. Как казалось бы, устал, ну спи и спи, блин. Нет, все равно рано встаешь. Серега, с каких пор лайков больше, чем дизлайков? Ну, вот так вот, ребята, видите. Времена-то меняются. Да. Рад видеть твое хорошее настроение, шоу-тайм пишет. Да, настроение огонь вообще. Так. Погодка хорошая, радует на улице. Правда, сегодня ветер такой, я сегодня с утра что-то пробежался, блин, такая холодрынь. Так, дайте я сюда, что ли, перейду по это самое сейчас. Пойду, поменяю место дислокации. Хочу водички взять тоже попить. Тебе Путин лайки накручивает. Я знаю, дядя Володя, он такой. Он любит Дона Симона. Это правда. Опа. Во. Вот так вот. Мне так что-то поудобнее. Серега, на Эверест. Ну, на Эвересте не был, нет. Серега, вы очень чувствительный человек. Берегите себя, инкогнито пишет. Это правда, да. Это правда. Пролапсом. А что такое пролапс? Как вы справились? Уважение, Серега, очень приятно слушать грамотную речь, полезный совет. Успешный человек, да еще и спортивного. Ну, обними, чат. Обнимаю, обнимаю вас, обнимаю. Да, Серега, ты оптимист? Ну, да, скорее всего, оптимист, наверное, да. Я как-то стараюсь верить в лучшее. Ну, да, наверное, так, да. По-моему, времени магии прошло, вряд ли они смогут быть на прежнем уровне, Серж Иго пишет. Я думаю, что рано или поздно все кончается. Хорошее, плохое, любое. Все рано или поздно заканчивается. Ни магия, ни исключение там. И вы знаете, я хочу так сказать, что самое главное вот в жизни, я насколько понял, да, ловить кайф вот сегодня, здесь и сейчас. Вот есть такое понятие, синдром отложенного счастья. Я уже как-то говорил об этом. То есть некоторые люди там, вот я еще поработаю, накоплю и что-то сделаю там. Или я там поработаю, отложу и потом это куплю. И когда этот момент приходит, ты вроде накопил, вроде купил, но ты уже несчастлив. Потому что тебе уже хочется что-то другое. Ты уже, у тебя другие планы там и все остальное. Поэтому, ребята, нужно здесь сейчас радоваться, понимаете? Вот этим моментом. Поэтому я вот к этому как-то отношусь, ну, даже вот например сейчас, да, вот, ну, я по себе скажу, да. Там вот сейчас вот занимаемся ремонтом новой квартиры. Я кайфую от того, что я делаю ремонт. Многие, ой, когда этот ремонт закончится, быстрее бы. А я наоборот, я кайфую от того, что я делаю сегодня. И все. Как бросить бухать? Ну, это ты должен сам понять, этот момент, понимаешь? Сергей, попробуйте. Куколд полезно для здоровья. Восстановит колено полностью. Не, у меня нормально все с коленом. Мне же операцию сделали, все. Так, Серега, а что у тебя с сайтом? У тебя не открывается. А все, уже сайт, там надо было проплачивать. Я как-то платил, потом забил. И, в общем, короче, у меня сайта нет. У нас в России откроют казино. Как думаешь, у нас есть казино в России? Есть. У нас даже игровые зоны есть в России. Ничего там такого нету. Я делаю. Ну, в смысле, ну, а кто делает? Мы делаем, конечно. Пессимист висит в трудности при каждой возможности. Оптимист в каждой трудности видит возможности. О, золотые слова. По приколу на Дауна зашел, а тут стрим. Ну, видишь, как хорошо.
Серега, богатые люди отличаются тем, что они инвестируют, они копят на что-то. Да, Дима, согласен с тобой. Согласен. Вот у меня сейчас тоже одно предложение есть. Не знаю, в понедельник, наверное, поеду, будем разговаривать. Ну, посмотрим, пойдет там, не пойдет тема. Тема, связанная с моторными присадками. Вот, там завод один открывается в Китае. Вот, и сейчас есть возможность купить доли. Ну, вот. И уже пойдут дивиденды аж с ноября этого года уже. Вот, поэтому сейчас вот тоже изучаю, посмотрим, может туда еще в этот проект войду, посмотрим. Серега, как думаешь, будет ли третья мировая? Думаю, нет. Какой деп у тебя в кэшбэре? Депозит у меня почти полмиллиона. Полмиллиона почти. Займись сайтами, могу, занимаюсь сайтами, могу помочь с этим. Рома пишет. Ром, да блин, было у меня и сайты, у меня чего только не было. Просто вот я понял так, что мне он особо не нужен. Особо не нужен. Помню, была такая забавная рубрика на сайте. Ролик на заказ. Да, было, да. Налог с кэшбэри надо платить. Но мы же получаем уже очищенные деньги от налогов, я так понимаю. Там же у нас уже все, все проценты, все это изымается, насколько я понял. Сколько, Серега, сколько детям лет? Дима Фролов пишет. Ой, у меня уже взрослый сын в Америке живет. Сколько ему уж? Я не знаю, лет 28, наверное. Даже не знаю, сколько он. Серега, подскажите, где вы лечились от геронтрофилии, я даже не знаю, что это такое. Ты официально нигде не трудоустроен? Устроен, конечно. В своей же фирме устроен. Учись у Сереги, да, точно. Кем работаешь? Волшебником. Серега, как популярность собираешься вернуть? Денис Кларк пишет. Ну, лично мое мнение, я считаю, что у меня с этим все в порядке. Все в порядке, я за этим не гонюсь. Серега, какая-нибудь мечта или цель в жизни есть? Конечно, Серег, полно мечты, целей много. Есть материальные, есть духовные там. Не знаю, много всего, много. Да я вообще я считаю, что без мечты-то и жить нельзя. Есть конечная мечта. Сообщение только в платном чате видно. Да, можете отправить через суперчат донат, либо суперчат, либо через donation alerts. Сергей, запись в трудовой дилетант широкого профиля. Да не, у меня стаж, кстати, с какого года-то? У меня, я же уже как-то отвечал на этот вопрос. У меня стаж с 92-го года. Потом армия и дальше все это беспрерывный этот самый стаж у меня идет. Серега, спасибо за ценные советы по поводу развития своего бизнеса. Получилось. О, видишь как. Пожалуйста. Серега, домик на Рублевке взял или так и будешь... миллионером из Хрущевки. Да, купили, Игорь. Купили, вот сейчас ремонт идет. Что за фирма? Разные фирмы у нас есть. Серега, скажите, как вы с Бадюком ларьки в 90-е отжимали? Ты дома? Да, Катя, я дома. Серега, куда лучше инвестировать? Инвестиции делать? Просто вообще нехватка стала. Дима Фролов, я вот серьезно говорю. Вы думаете, я что там, шучу, что ли? Еще серьезно говорю вам. Кэшбэри, ребята, кэшбэри. Я 1000 раз вам уже говорил. Кэшбэри. Ссылка есть в описании. Заходите, регистрируйтесь, все, там разные варианты есть, там куча разных возможностей для того, чтобы заработать. Но самый нормальный вход, это вот, ну, конечно, 1200 рублей. 200 тысяч рублей ты получаешь 1% в день. То есть 2000 рублей ты в день получаешь. То есть у тебя в неделю 14 тысяч рублей. Ну, как мне кажется, это неплохой вариант инвестиций достаточно. Ребята, всем добра и позитива. Да, кэшбэри. Да. Так, скинь мне денежку. Фастик пишет. Фастик. Вот. Блин, спать охота. Вот сегодня тоже в 6 утра. Да, встал. Вчера где-то в час ночи лег. Так. Как относишься к Озону? Да никак особо. Звучит как реклама Лохотрона, Алекс пишет. Ну, Лохотрон не Лохотрон, а я тебе говорю, бабки там реально серьезные. Вот такой вопрос назрел. Есть ли какие-нибудь политические предпочтения более новаторские или больше консервативные? А может, и конкретное направление коммунизм? Слушай, я, блин, не знаю, Серег. Я вот в политике вообще ноль. Вот честно говоря, я считаю, что для этого учиться надо. А так вот рассуждать дилетантски, вот мы там или там, вот лучше как у них. Нет, это все разговоры в пользу бедных.
Я считаю, что у России свой путь. Вот, и он уникальный, он вообще не похож ни на европейский, ни на американский, ни на китайский, ни на социализм, который мы строили там. Нет, у России абсолютно свой путь. А, как твой гараж без авто, Олег пишет. Кстати, нормально, он нас очень сильно выручает, потому что сейчас мы там складываем новую мебель, которую покупаем для нового жилья. Поэтому гараж прекрасно выручает. Я вот считаю, что это большой плюс то, что он есть. Какой канал тебе нравится на Ютубе? Да я мало кого смотрю, вот честное слово. Мало кого смотрю. Серега, пойду на схождение благоприятного огня обязательно. Обязательно сходи, пожалуйста, и за нас помолись. Поставь свечку, если тебе не трудно. Виталик, если не трудно. Попозже, да, хорошо. Серега, напишите ли вы книгу, как вести правильный бизнес. Да нет, ну что, это ж мой опыт, он не основан на каких-то, знаете, зарабатываниях там миллионов там или еще что-то такое. Что скажешь про новое вредительство Толяна? Ну, плохо это, что тут можно сказать? Ничего хорошего в этом нет. Сергей, что думаешь, Путин forever, пока не выносит ногами вперед? Не знаю, но в данном случае сейчас пока Путин. Я думаю, на эти 6 лет, потом, я думаю, Путин уйдет, будет кто-то другой. Ну, преемник будет, я думаю, что преемник будет, да. Молодой, кто-то будет молодой. Я думаю, что будет примерно президент прям совсем молодой. Ну, может, лет 40, ребят. Представляете, президент у России будет совершенно молодой человек. Я думаю, что это, блин, нормально. Профессор Помидор. Озон о тебе говорил. Ну, прекрасно. О ком ему еще говорить? Что там с Астон Мартином? Да пока, вот видите, сейчас жильем занимаемся, с квартирой. Вот, поэтому преемник из санкций от всего мира дальше будут долбить нас. А я не вижу в санкциях ничего плохого на самом деле. Абсолютно. Все нормально. Думал написать мемуары. Да нет, блин, с меня писатель хреновый. Я вообще писать не люблю, читать не люблю. У меня такое, знаете, я вот больше балаболить люблю, это правда, да. Куда вложить, Симон? Антон пишет по-дольски. Кэшбэри, я же еще раз говорю, Антоха, в Кэшбэри, серьезно говорю. Вот там вот бабло есть, да. Серега, купи дверь Толяну. Слушайте, вот тоже такие вопросы, купи дверь Толяну. Если бы Толян, вот, ребята, хотел бы, например, себе новую дверь, он бы завел бы сейчас стрим, показал бы дверь, поставил бы донат, и ему бы на дверь и даже на новую квартиру накопили бы, я точно думаю, что за пару-тройку стримов. Вот кто со мной согласен, плюсик поставьте в комментариях. Просто Толян сам не хочет этого делать. Он думает, что ему кто-то сейчас, волшебник на голубом вертолете прилетит и дверь поменяет. Нет, ребят, жизнь по-другому устроена. Ну вон, плюсы пошли. Конечно, конечно. Запусти стрим, покажи свою дверь, блин, и все у тебя пойдет нормально. Точно. Вот и пишите Толяну, пускай запускает стрим, показывает дверь и ставит донат на новую дверь или лучше на новую квартиру. Я сам ему задоначу, вот честное слово, сам ему задоначу. Вальдемар, плюс, плюс, плюс. Ну, Алишер минус поставил. Ему волшебник с верхнего этажа обещал дверь. Точно. Вот так вот. Ой, блин. Да. Так. Они ноют. Конечно, что ныть-то? Я еще раз говорю, тут момент такой, что кроме вас, вашу жизнь никто не изменит к лучшему. Только вы ее должны менять. Больше никто. Анвар, ты в Москве? Да, пока в Москве. Но ненадолго. Но ненадолго. Сколько бы Толяну задонатил? Ну, я думаю, косарь-то вообще слегка. Вообще прям так, не напрягаясь. А сколько, кстати, дверь такая стоит, ребят? Вот мне просто интересно. Сергей, ты кому-то средствами помогаешь? Дима Фролов пишет, да. Ну, старые-то подписчики знают, кому. Вот у нас пацан есть, вот помните, в Индии мальчишка. Так вот до сих пор мы общаемся, и с мамой с его списываемся, и я деньги отправляю. Ну, я не буду об этом кричать, правильно, на каждом стриме, то, что я там деньги отправляю. Зачем? Что мажор стали, да, с наступающей Пасхой, спасибо большое, да, 20-ку, 30-ку где-то с дверью. Ну что, вы думаете, что он 20-ку не набрал бы на стриме? Легко бы набрал, легко. Привет, Сергей, Гарик, релакс 77, хочет с тобой встретиться, что скажешь? Ну, он, вот знаете, вот у меня сколько канал, 8 лет, вот столько 8 лет он хочет со мной встретиться. Человек живет-то недалеко, по сути дела, хотел бы, встретился. Ну, встретимся, конечно, если он хочет, встретимся.
Где Криша, почему не общаетесь? Дэвид пишет. Дэвид, ты знаешь, мы общались, созванивались где-то неделю назад. Там даже договорились что-то снять, но и опять он куда-то пропал. Ну, может, дела какие-то у него. Ему бы потом опять эту дверь облили бы краской. Матиас Шандер пишет. Ну, так еще бы стрим устроил. Чего там такого? Мне кажется, прикольный заработок. Как там Володя Медведь? Не знаю, честно говоря. Сергей, можно модератором чата стать? Можно, Дим, можно. Давай посмотрим, может, там через стримчик к этому вопросу вернемся. Сергей, а почему, когда тебе говорят про 90-е, ты так уходишь быстро от темы, что тебе многие об этом говорили, даже Хованский, а ты такой этот бред и дальше пошел, а у тебя грехов дофига, и ты в добро пошел? Ну, слушай, может, ты тогда про мои грехи расскажешь, раз у меня их дофига. Ну, вот ты вот меня сейчас уже обвинил в том, что у меня грехов дофига. Ну, так расскажи, какие у меня грехи. Вот ты вот конкретно мне написал. Вот поясни мне, а? Поясни. Ну, пусть мне Толян заплатит, я ему обшивку поменяю. Вот человек добрый нашелся, Дмитрий, видите? Серега, займи сотку. Сотка можно занять в кэшбэри, ребята. Ссылочка в описании. Ой, так. Так, привет из Австрии, Серега. Какую страну Европы ты выбрал для проживания, помимо Черногории? Италия нравится. Ну, Австрия тоже, да, неплохо. Австрия неплохо. Я видал Симона в 90-х, когда еще малой был. Но... Ой, блин. Как создать прямой эфир? Полина пишет. Мяу. Да что, очень просто. Куча программ разных. Можно через Hangouts, через Google+, через прямые эфиры. Да много разных вариантов есть. Лучше один взнос большой сделать или несколько средних. Ну, Виталь, я пришел сейчас к тому, что самый классный взнос от 200 тысяч и выше. Да? То есть 200 тысяч ты получаешь 1% в день. Вот. Я бы взял бы лучше один большой сделал. Но у меня 6 вкладов разных. Большие, маленькие есть, разные есть. Яйца покрасил, да. И уже осветили. Виктория Викторовна уже сходила в церковь, все посветила. Серег, сколько лет хочешь прожить? Блин, не думал я об этом. Сколько дано, столько и проживу. Вы Солнцевских знали? Знал. Что-нибудь слышали об EZ Investment? Не, E3? Не знаю, что это такое. Не знаю. Какими иностранными языками владеешь? Немножко сербский, немножко английский знаю. Можно, но не нужно. Правильно. Привет, Сергей. Если в планах помочь Толяну? Ему опять дверь облили. Ну, я еще раз говорю, Толяну может помочь только он сам себе, ребята. Только сам себе. Тут невозможно никакие советы давать там или что-то еще. То есть, либо сам, либо никак. С Благовещением. Мира и добра. Точно, Таня. Спасибо большое и вам тоже. О, хочу пожрать. Пацаны подъехали. Здорово, здорово. Привет, привет. Серега, как твой... Что твой духовник думает о кэшбэре? Да в этом плохого ничего нету, ребят. На самом деле, вот эти микрозаймы, они были, есть и будут во все времена. И в этом плохого ничего нет. Кто-то берет, кто-то занимает, кто-то дает деньги в долг. Ну, что делать? Просто кто-то дает под процент. Вот что такое кэшбэри. Это ростовщики. По большому счету. Кстати, вот хочу пожрать. У пацанов уже тоже банили канал, по-моему, на территории России. И у Михалыча сейчас на территории России забанили канал. Так, хорошая идея для Толяна. Донат. Конечно. Многие бы ему скинулись бы и не только на двери, но и на доширак, и пикалини, и на хуш. Конечно, конечно, конечно. Ну, не скромничай. Английский владеешь в совершенстве. Нет, я английским владею, ну как, понимаю практически все, могу даже чуть-чуть писать, но говорить могу, когда долго нахожусь в среде. То есть у меня иногда ступор, да, то есть, а иногда прям прорыв такой, да, вот ну, кто смотрели там мои эти американские видосы, да, тут едешь, например, в такси, на второй, на третий день начинает просыпаться в голове знание английского. Вот честно говорю. А как, вот часто у меня что-то спроси, я буду думать, тупить буду, блин, вспоминать.
То есть для того, чтобы знать язык и на нем общаться, нужна среда обитания. Вот тогда будешь нормально на нем говорить. Абсолютно, да. Серега, гоу, сделаешь благотворительный стрим для Толяна. Илья Антонов пишет. Ну, блин, причем я почему должен делать стрим для Толяна? Ребят, ну вы сами подумайте. Потом меня будут упрекать, что я ему что-то недоплатил. Потом будут упрекать, что я ему не все перевел. Нафиг мне это надо? Вот сами подумайте. Ну зачем? Зачем мне это надо? Я еще мог бы там это понять, если бы там, ну, как бы это правильно сказать, мы бы общались там с ним или еще. Ты же друг Толяна. Я Толяну даю бесплатный совет. Толяну нужно завести стрим. Просто стрим завести. И все. И указать ссылку в описании на донат. Все, или на карточку на свою. Надоели со своим Толяном, Дроняра пишет. Золотые слова. Ну, правда, ребят, ну сколько можно уже, ну... Серега, тех 4К хватило Толяну? Тех 4К хватило? Ну да, да, тоже правильно. О, помните, да, кстати, вот молодец, Джейсон напомнил, я-то уже и забыл, блин. Помните, да, мы ему помогали тогда, и на отель я ему скидывался, и что вы концовки мне сказали? Ты ему раз дал, ты ему еще должен раз 25 раз дать. Нафиг надо. Все. Это проехали. Как надоели со своим Толяном. Давайте что-нибудь другого 100 раз объясняли. Конечно, Юля пишет. Все правильно. Да. Где 4000? Вот, правильно. Здорово, бездельники. Что там у Толяна? У Толяна все по-прежнему. Ой, блин. Серег, у Толяна дверь. Опять краской облили, ты в курсе, наверное? Слушайте, а дайте-ка я включу, что у него там, ну-ка, как это найти-то? Сейчас посмотрим, что там творится-то у него. Блин. 2 часа назад ролик выпустили. Да. Что за херня? Всем привет! Посмотрите, многие, наверное, уже видели, да, этот шедевр изобразительного искусства. Так это старое или новое? Я что-то не понял. Уже сколько? С 2015 года вроде, или с 2016. В общем, все видели уже, наверное, мою дверь, вот, и все знают, кто это сделал. И я тут уже практически... Так я что-то не понял, это же старая дверь. Крутится. Вертится, а у Толяна нормально. Что еще, новогодний ёлка стоит решил... дома, что ли? Я что-то начался. Не понял. До дня рождения я точно не смогу нового видеоблог про себя абсолютно все рассказывать. А что, у него еще это, ёлка новогодняя, что ли, там, у Толяна? Я так и не понял, нафига. Серега, дай с локтя, да. Так, Евгений... О, Женька, у Толяна с квартиры мы отжали, мы... Это самое, Михалыч, а что у тебя с каналом? Это тоже у тебя для России теперь заблокирован, что ли? Или что за фигня-то? Я не понял, нифига. Михалыч. Я сегодня заходил на твой канал, там черной краской. А, там черной краской. Так, Михалыч, ты когда приедешь в Одессу, ты обещал, правительство мира спрашивает. Михалыч, как тренировки? Так, ладно, блин, что за фигня? А слушай, а если ты... А быдло из России теперь не смотрит, понятно. Так что получается, а если ты стрим заводишь? То есть стрим тоже нельзя смотреть, если ты у себя страну не поменял, правильно я понял? Или у тебя для стрима уже, у тебя, по-моему, второй канал был, как он там? Второй же у тебя канал был какой-то. Серега, давно приходилось ли решать конфликт рукоприкладством? Давно такого не было, честно говоря. Да я сейчас вообще как-то ни с кем не конфликтую, вот честное слово. Я, знаете, вот даже вижу какую-то несправедливость, но улыбнешься и дальше пойдешь. Ну, как-то, ну, в том плане, ну, по отношению к себе. Серега, возьми Гарика с собой в круиз, покажи ему красивую жизнь, деньги у него есть. Ну, я же всегда говорил, ребята, пожалуйста, кто хочет с нами в круиз, welcome, кто хочет с нами в Америку, welcome. Но что-то никто не это, не пишет. У меня уже 4 канала под стрим. А, все, понял. Сергей, с наступающим праздником тебя и подписчиков. Алекс Василенко пишет. Спасибо большое, он потом покажет чуть выше, налили черную краску и счетчик загадали. А, понятно. А так по подписке оповещения. Все, понял. Во сколько стрим? Жень, во сколько стрим? Ты еще с Веромиром общаешься? Нет, не общаюсь. Сколько ты зарабатываешь? Достаточно, мне хватает. Вот Михалыч, кстати, тоже в Кэшбэре вступил. Все у него нормально работает. Серега, ты еще стримишь, красава, блин. Да, ребята, да, стримим.
Пора подключать солнцевскую братву и помочь Толяну с этим хулиганом, ловец солнца. Да я думаю, что вот этот человек, или даже не человек, этот урод моральный, который это сделал, я думаю, что он ответит, конечно, за такие вещи. В Кэшбэре уже 9 тысяч заработал. Вот так вот, ребята, вот вам и Кэшбэре. А вы говорите, как получается с вами, так получается с вами никто не хочет, инкогнито пишет. Ну, нет, ну с нами кто хочет, то не хочет, тут делать-то это такое, да. Может, и не хотят, Евгений Пантелейкин, со скольки? Жень, у Жени, по-моему, несколько вкладов, но вот у него там на 30-ку, он или на 31 тысячу он зашел, потом еще зашел. Серега, попробуй сделать, вложить в Старком, Дима пишет. Да блин, у меня уже просто есть проект, и в принципе они похожие, но я вот, ну, ставку на Кэшбэре сделал. Сергей Михайлов лично знал, лично нет. Ставим лайки. Да, кстати, ребят, смотри-ка, у нас уже сколько лайков, почти 200, я смотрю, нифига ж себе. О, как оно, круто, крутенько, крутенько. Да. Так. Влад Савельев взялся за голову, да. Кстати, писали, мы тут с ним списывались пару дней назад. Серега, давай, как в старые добрые, помнишь, поможь Толику найти живую женщину. Фьорд написал. Живую. А что, у него там дохлые были, что ли? Серега, посоветуй, куда вложить 100 косарей? Анвар, в Кэшбэри. Я тебе еще раз говорю, ссылка в описании. Кэшбэри. Вот, вот вам пример. Михалыч, вложил 30-ку, уже 9 тысяч получил обратно. Заработал или свои вернул? Нет, ну 9 пока, наверное, возвращает, свои еще. Твой бизнес общественного питания загнулся? Нет, работает, все у меня работает. Серега, привет, в Украину собираешься в этом году, Алекс пишет. Ну, пока не знаю, планов не было. Проблема Кэшбэри, что кто при бабках зарабатывает, а остальные в долги влазят. Надоели Кэшбэри тоже уже. С Кэшбэри уже тоже. Ну, пока возвращает тут Михалыч. Да, тут невозможно, конечно, для всех, как бы, у всех цели-то разные. Кто-то хочет много сразу, кого-то устраивает просто сохранить свои деньги, кого-то устраивает, например, деньги на каждый день, как меня, например, да. То есть мне что нравится? То, что в Кэшбэри, например, каждый день деньги, да. То есть тебе надо, у тебя каждый день есть деньги. Вот в этом плюс. Не надо ждать там конца месяца, не надо ждать, пока будут там эти дивиденды начислять там, ну, то есть раз в квартал там. Нет, каждый день. Сколько в Кэшбэре минимальная сумма вложения? По-моему, чтобы начисляли проценты, по-моему, 50 тысяч или 30 тысяч, Михалыч. Тридцатка, да, по-моему, что-то такое. Симонов, можно тебе сказать пару добрых слов? Да говори, конечно, что ж, мы ж тут все свои. Так. Да, донат можно через суперчат отправить или через Donation Alerts, Медузка 18, привет с Ульяновска, наш славный Дон, да. Серега, как верующий умный взрослый человек, скажите, почему праздник православный называется Пасхой? Ну, слушай, ну погугли, блин, там ответы есть. Что я буду сейчас там это... Когда следующее путешествие, Таня пишет. Ну, на следующей неделе уже получается, да. На следующей неделе. Однако в Кэшбэре минималка. А, тысяча, ну это минималка, ну это минималка, тебе, по-моему, с тысячи-то не платят. Или платятся с тысячи. Я не помню, там какой. Ну там копейки какие-то совсем идут. Серега, привет, 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 с Казани. Серега, как ты мотивируешь себя каждый день тренироваться? Матяш Шандор пишет. Да это уже привычка. Не знаю, как зубы почистить. То есть встал, пошел в спортзал. Все. Все очень быстро. Все очень просто. Ну, я говорю, вот это как с курением то же самое, точно так же со спортом. Правило 21. То есть, если 21 день занимаешься одним и тем же делом, то ты, у тебя просто автоматически это уже просто в башке сидит, в мозгах. И ты это просто на автомате начинаешь делать. Сколько вам задонатить? Инкогнито пишет. Да сколько не жалко. Сколько не жалко. Серега, когда начинаешь снова хайпить? Сколько вам задонатить? Серега, завтра будешь красить яйца. А мы уже покрасили яйца. Мы уже осветили. Вика ходила в эту, в церковь сходила. Да, спасибо за ответ. Пожалуйста. Так. Ах.
А, что, своих денег не хватает? Донаты собираешь, Антон пишет. Ну, почему? Вот там плохого-то нет ничего. Что думаешь насчет биткоина? Ну, он будет плавать, будет туда-сюда прыгать. Серега, зачем тебе донаты? С деньгами трудно. Не, Юль, просто понимаешь, люди пишут же какие-то вопросы там, то есть для того, чтобы он действительно там ответ получить на этот вопрос, лучше задонатить, через него получить, так сказать, ответ на свой поставленный вопрос, или привет кому-то передать там, поздравление какое-то, например. Да. Оставил я комментарий под роликом Толяна. Можете зайти поддержать мою идею. А написал я следующее. Сделай стрим с донатом и соберется тебе сумма на дверь. Поэтому, ребята, я так считаю. Да, гуглишь, почему так праздник называется Ольга Колоскова. Он не знает, я не знаю. Привет, как тебе футболист Рональдо? Нормальный футболист. Моя мама смотрит ваш канал, передает привет, Таня. Пишет, спасибо большое, спасибо. Телефон выбрал. Да я думаю, наверное, X возьму. Я думаю, X возьму. Да. Сколько лет сыну? Гуглит. Сколько лет сыну? Ты деньги обещал прислать инкогнито. И где твой донат? Или так тоже языком почесать? Так, сколько было денег в пакете на IDO? На IDO. Что такое IDO? IDO. На видео ты имеешь в виду, наверное. Лимонов 6-7, наверное. Смотря в каком пакете. Что за вопросы про донат? Нафиг мы нужны, если мы не просим, не приносим ему доход? О, Руслан написал. Вообще под каждой буковкой подписываюсь. Каждый, кто может взять кредиты или у него есть бабки, просто ложится в кэшбэре. И ура, можно не работать. Да, да. Покажи картину за спиной, кто автор. Ну, кстати, это круто. Это Влад Кравчук. Влад Кравчук. Тоже вот посмотри в интернете. У него очень красивые работы. Это Виктория Викторовна. Его знает лично и с ним общался. Вот мы у него купили несколько картин. А как можно самому выбирать, какой у тебя стрим, лучший стрим? Или у меня каждый стрим лучший. Каждый стримчанский у меня лучший. Вы, ребята, же знаете. Это прекрасно. Так. Так. Опа, 200 лайков почти. Нифига себе. Толяну дверь нужно просто покрасить. Можно и покрасить. Ну, я бы заменил бы обшивку там. Что там ее? Эту обшивку заменить, копейки стоит. Ну, вот посмотрите. Хотите, я прогноз дам, ребята? Что это у Толяна дверь так и останется в таком состоянии. Я бы взял бы там, ну, я не знаю, ацетон бы там, я не знаю, там... Отмыл бы пошел эту дверь, там растворитель какой-то, отмыл бы это все. Но вот посмотрите, у него не хватит просто даже ума на то, чтобы пойти и помыть дверь. Или заказать новую обшивку. Зачем новую дверь? Ему новую также обольют. Ну, обольют еще раз поменять. Ну что, с такой дверью жить? Ну, не знаю, пусть живет. Это его жизнь, ребят. Ну, что вот я могу сказать? Михалыча забанили, видосы смотреть можно. В чем смысл? Да хрен его знает. Да бред какой-то тоже. Я говорю, YouTube в последнее время тоже херней такой занимается. Дверь Толяна можно
выставить на аукцион, может, догадается, Толя. Хороший комментарий, кстати. Только самовывоз, да? Самовывоз поставить. Да? Да, это точно. Мне кажется, красиво. Я бы и не стал заменять. Ну, дверь с молотка. Да, точно. Дверь с молотка. Как твоя цель к Поршу? С Кэшбери только сколько уже собрал? Прошлый месяц 700 тысяч. С Кэшбери я вывел. 700 штук. 700 тысяч, ребята. Вы думаете, я вас обманываю? Нет, ребята. 700 тысяч рублей Кэшбери. Прошлый месяц. White Spirit купил и вытер всю краску. Какие проблемы? Просто он по жизни такой. Да, конечно. Благодатный огонь сошел 16-16 по Екатеринбургу. Ага, понял. Серега, как считаешь, жизнь удалось? Да. Да. На карту? Да. Да, да, Павел. Дон Симон уже как родной, это точно. Он же говорил в видео, что ему обливали дверь чел, который занимался музыкой и пишет картины. А может, это какая-то абстракция? Может, человек хотел себя выразить вот в этом рисунке какое-то послание Толяну? Как вы думаете, ребят? Может, это послание какое-то было? Дронер пишет: Серега, что стало с аудиторией? Одни малолетки с дебильными вопросами кругами. Ну, сколько ты вложил? 500. Ну, я уже давно отбил свою эту стопу. Ты понятно, а сколько вложил? 500 тысяч. Но у меня рефералов много. Реально много рефералов, поэтому... О, донат пролетел. Дождался, родные, дождался. 100 рублей прислал Серж Эго. Респект тебе. Через PayPal отправил 100 рублей. Спасибо большое. И главный вопрос не написал. Сержик, спасибо. Обнял, поднял, расцеловал. Ты мой золотой. Вот так вот, ребята, видите? Сколько рекомендуешь вложить? Саша пишет. Ну, Саш, мое мнение, от 200 тысяч самый нормальный вход 200-300 тысяч, 250. Ну, то есть у тебя идет 1% в день. То есть 200 вложил, у тебя 2000 рублей в день идет. Так, а почему Михалыча не пригласил в Черногорию? Да уже все пригласил, уже у нее и отель уже ему дали, и все, все. Я думаю, что Михалыч появится в Черногории. Серега, скажи честно, если 500 вложил, 700 вывел, это 200? Не понял. Дима Электрик плюс 30, да. Аудитория по купцу и товар. Инкогнито. Инкогнито, ты нам зубы не заговаривай. Ты сказал, сколько задонатить. Я тебе сказал любую сумму, но ты ни копейки не задонатил. О, 40 рублей Таня отправила. Нифига себе, через суперчат. Спасибо, Танечка, огромное. Очень приятно. Видите, ребята, все работает. Даже девушки донатят. Это же приятно, вдвойне, понимаете? Это круто. Спасибо огромное за донаты, за ваши. Так. Зато инкогнито считает дизлайки. А я считаю, нужно считать не дизлайки, а деньги в кошельке, в своем желательно. Гарик с канала «Простая жизнь» говорил, что планирует с тобой или с Ваномасом встречу. Ну, прикольно. Чё, я не против. Да я вообще за любой кипиш, блин. Кроме голодовки. Вы с «Хочу пожрать» оба казино рекламируете. Вы считаете это гуд, колхозник с Востока? Да я еще раз говорю, я к казино нормально отношусь. Никаких проблем вообще. Вообще никаких проблем. Ничего в этом плохого нет. Для меня казино, я говорю, это часть моей жизни. Я 6 лет отдал своей жизни казино, чтобы вы понимали, да? И можно сказать, что лучшие года моей жизни прошли в казино. Серьезно говорю. Да. Наши кошельки пусты. Дима Электрик, здорово, здорово. Пивасик налил уже? Признавайся. Что такое вложение денег в офшоры? Не слышал? Ну, это уже совсем другая песня, это совсем другие суммы. Мы же говорим так вот, так сказать, о деньгах на каждый день. А, ты был в Риге?
Джо Ченнел был в Риге был. Серега был директором самого крутого казино Москвы, ребятишки. Да, было время, было. Я даже вот встречался с, как его зовут-то, Данка, певец. И его первый клип снимался у нас в казино. «Московская ночь», помните? Вот это снимали у нас в казино. И он это вспомнил. Я к нему подошел, я говорю, ну ты постарел, а он, наверное, это самое, не ожидал такого от меня услышать. Он думал там, типа, как хорошо он выглядит. Я говорю, братан, ты постарел. Я говорю, с тех пор прошло много времени. Он ржет, стоит, блин. Данка, ну вот буквально вот в прошлые выходные встречались. Был в Израиле, да, был. Я не курю, видео про сигареты, табак, видео про сигареты, табак, курение. Да, Серега, покажи фотографии. Блин, да дофига фотографий-то. Я же в тот раз показывал. Ну, можно, в принципе. Если плюсиками в чатике поддержите, можем показать фотки. Можем. Опа, еще донат прилетел. 50 рублей бродяга из Березы прислал и пишет. Добрый день. Да-да, не удивляйтесь. Объясни, зачем на «Россия-24» дал интервью? Ты же явно сам напросился дать интервью, чтобы лишний раз лицо свое засветить. Ты, походу, никогда не поменяешься. Горбатова могила исправит. Посидеть бы тебе годика два. Посидеть бы тебе годика два. Подумаешь, она сущна. Бродяга с березы. Спасибо тебе за 50 рублей. Никуда не просился. Ну, ты сам подумай, как ты подойдешь к съемочной группе, и скажешь, ребят, я хочу вам интервью дать. Ну, это же бред. Это первое. Второе. Я что хочу сказать, что у меня брали интервью не только Москва, не только «Россия-24», и «Москва-24», и еще какой-то канал. Ну, не знаю, по мне, как бы, дурацкий комментарий. Потом говорить, чтобы посидел бы годика два, блин, ну, я не знаю. Ну, слушай, я никому, я врагу такого не пожелаю. Я знаю, что такое тюрьма, поверьте мне, ребята, это очень плохо. Это очень плохо. Поэтому, конечно, спасибо тебе за донат, но... Да ты и так и подошел. Нет, а я стоял просто, ко мне подошли, говорят, а можно вот пару вопросов? Я говорю, да без проблем, можно. Серега, привет, Никита пишет. Привет, ты знаком с Тимати? Ну, видел его пару раз. Обед с Толяном 7 сентября 2013 года. Курица и помидоры, ну да. Так, ну что, пойдем смотреть фотографии, я так понял. Вы просите фоточки просите, да. Ну, пойдем посмотрим. Че, пошли посмотрим. Так. Та-тарам-парам-пам-пам-пам. Парарам-пам-парам. Сейчас посмотрим. Так. Цезарь, салат, семга от империи пиццы, да. Люстра красивая. Да, ребята, люстрец, конечно, офигенно. Сейчас я посмотрю, какой альбом-то вам показать. Да фотографий-то куча, блин. Я даже не знаю, просто какой. Сейчас посмотрим тут. Да вот первый какой достал тут у меня вот. Альбом-то есть. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на Дона Симона молодого. Молодого Дона Симона. Вот, кстати, классная фотка. Дон Симон, король дизлайков сочных, представляете? Самый молодой директор казино, представляете? Самый молодой Дон Симон. Вот так вот, на рулеточке. А вы говорите, как я к казино отношусь. У меня вся моя лучшая жизнь прошла в казино. Вот так. Good. Very good. Very nice. А вот это ретро вообще фотка. Смотрите, ребят. Это как группа называется? Пишите. О. Вот так вот. Да, было время. Да. Показывай звезд и политиков. Да. Сейчас покажем.
Фриски, да, фриски блестящие. Да, ребят, давай и на лайки поднажмем. На лайки давайте поднажмем. На лайки, лайки. Это кто у нас, смотрите. Узнаете, кто это? А? Да, Жанна Фриски, правильно, правильно. Представляете? А это кто у нас? Уже показывал. Ну, попросили показать первый альбом, который достал. Не знаю. А вот это узнаете кто? Вот это? Киркоров, да, ага. Вот это кто у нас, ребят? Вот это видно? Вот должны узнать. Ну, должны. Должны вы ее узнать. Должны. Да. Не знаю, блин, хреново видно, наверное. Толян. Нет, не Толян. Не. Вот знаете или нет, кто это? Румыч какой-то. Нет. Алсу. Не. Не Алсу. Нет. Саша Грей. Нет. Виктория Викторовна. Не. Виктория. Не. Король эстрады. Гришаева. Не. Лиса. Не. Шура. Ня. Гузеева. Трансуха. Толян. Нет. Ольга Бузова. Жасмин. Ня. Лисовская. Помните такую? У нее же батя этот, король куриный. А это вот дочка его. Да. Лисовская. А вот это знаете кто? Вот это кто, ребят? А? Толкунова. Нет. А? С кем Баста судился, ребята? С кем Баста судился? Ну? Ну, Децл, конечно. Тогда еще и Басты не было. Басты еще не было, представляете? А Дон Симон был. Толмацкий, конечно, Толмацкий. Да, Толмацкий. Да. О, время было, да. Было время. А вот это кто, помните? И Тимати есть. А? О, время было, да. Было время. А он что, в казино забыл? Ну, так вот, в казино. У нас там крутился, вертелся. Стрелки. Лицей. Конечно, лицей, ребята, правильно. Правильный ответ. Лицей. Да. Сейчас вообще вам уникальную фотку покажу. Вот эту, узнаете, кто это? А? Раньше в казино все крутились. Конечно, Жанна Ясная пишет. Конечно, все крутились в казино. Все артисты, все у нас были, все. Сергей Сауны, есть фото перед стрелкой? Есть. Все есть. Дубцова, правильно, Дубцова. Молодая Дубцова, это же вообще эксклюзив. Эксклюзив, ребята. Это вообще... А вот это посмотрите. Посмотрите. Узнаете, кто это? А? О! Да. Авария, да. Да, было время. А это помните кто? Как его зовут-то? Который спился-то сейчас. Как его зовут-то? Забыл фамилию. Да. Битлз. Осин. Да, точно. А вот этого помните? Пронин. Демис Русос. Ага. Точно. Ага. И что вы, ребята, хотите сказать, что это не лучший стрим?
Пожалуй, это лучший стрим, ребята. А-студия, правильный ответ. Да, да, А-студия. Брюс Ли. Брюс Ли. Женя Якут. А вот это помните? Ребят, ну это вы должны знать. Должны знать, кто это. А? Ее недавно арестовали там что-то за езду в пьяном виде на машине. Помните этот момент? А это помните? У нее, кстати, юбилей был недавно, поближе. Юбилей был у нее. Начало, начало, да-да-да-да-да. Начало, точно. Ой, да, время было, время было. Да полно фотографий, ребят, полно. Сюткин, Сюткин, да. Вот, а вот это уже, конечно, жалко нет его, про Насырова вы спрашивали. Это вот как раз Насыров-то и есть. Насыров, да. Такими темпами Серега скоро и Трампом встретится. Конечно, конечно, конечно. Да. Давай дальше показывай. Да, блин, много. Насыров, да. Джексоном, да, и Джексоном. Ой, время было, да. Сейчас посмотрим, что-нибудь еще найду, вам покажу. Тыри-ри-тыри-ди-ты-ты. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Угу. О, кстати, помните, я вот недавно показывал там. А вот это вот, кто это? Актер. Как его зовут? Пишите. Фильм Михалкова 12. Смотрели? Безруков, не, не Безруков. Неа. Газаев, правильно, правильно, Газаев. Газаев. А вот это узнаете? Это кто? Ай, много разных фоток, конечно, дофига. Глызин, правильно, Глызин, Глызин, да. Глызин, Глызин, Глызин. Так, ребята, у нас донат прилетел 50 рублей от Юлии Пантеровой и пишет: Сергей, ждем с нетерпением круиз и обзор покупок с круиза. Добро пошло. Спасибо огромное, Юля, за ваш донат. 50 рублей в копилку добра и позитива. Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь, упали. Ха-ха, вот так. Да. А вот это кто, ребят? Вот это кто? Напишите в комментарии, кто это. 50 рублей. Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь, да. Но вспомните, нет, кто это? Джигурда, нет. Депардье, нет. Деми Мур, нет. Кэмерон, нет. Робин Гуд, Нана, Путин, нет. Амиран Сардаров, Толмацкий, Добрынин. Хмельницкий, правильный ответ. Хмельницкий. Роман правильно ответил. Да, Хмельницкий. А вот этого как зовут актера? Он в разных там сериалах снимался в 90-е. Блин, не знаю, видно, нет? Сейчас. Вспомните? Или не вспомните? Хмельницкий, Хмельницкий, да. Этого я не помню, блин. Пронин. Нет, не видно. Человек с белым лицом, плохо видно, да. Ну, тут вот. О, кстати, это сейчас пипец, вам фотку покажу. Сейчас. Не видно. Вот это кто? Не знаю, блин, хреново отсвечивает что-то как-то. Тоже не видно, да? Не видно, да? Не видно. Ну, должны знать. Носик. Нет, не носик. Круг. Сантехники. Нет.
Мастер-шеф, усы вижу. Кто это? Это Legalize. О, правильный ответ, Legalize. Правильно Никита написал. Во, смотри-ка, нифига себе. Да, Legalize. А вот это кто? Вот это кто, ребят? Помните? Дельфин, может. С дельфином тоже есть. Да. Есть что вспомнить. Никита, правильно, Никита. Правильно, 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 правильно. А это кто? Бинго, да. Вот это кто, помните? Звезда шоу-бизнеса наш. Да. Арбакайте, да, да, да. О, Таня прислала еще 20 рублей. Через суперчат отправила. Танюш, спасибо огромное за донат. Очень приятно, реально, так неожиданно. Ребятки, спасибо большое за ваши донаты. Неважно там какая сумма, просто это ваше внимание. Вы должны понимать, что, ну, я ценю там и 20 рублей, и 120 рублей. Это на самом деле, ребята, ваше отношение, понимаете? То есть здесь, еще раз говорю, это ваше отношение ко мне. Я это ценю. Низкий поклон вам. Спасибо огромное. Дело не в сумме, дело в посыле. Спасибо за ваши донаты. Вот так работает суперчат. Да, Арбака, это чучело. Да, 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 совершенно верно. Угу. Так, ну что вам еще-то показать? Ну вот это узнаете, нет? Вот это кто? Вот это кто? Да. Варум, демо, нет. Нет, нет, нет. Зыкина. Нет. Рыжий из ранеток. Ня. Пугачева. Нет. Ну, блин, ребят. Я вам подсказку скажу маленькую. Она снималась с Ольгой Орловой. Лолита. Нет, 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 нет. Она снималась в клипе. У нее, вернее, в клипе снимался известный хоккеист. Вот такая подсказка. Черникова. Нет. Апина. Нет. Галкин. Нет. Варум. Нет. Нет. Буре с ней снимался. Буре, Буре. Павел Буре с ней снимался в клипе. Бабкина, нет. Максим, нет. Нет. Демис Русос, Лель. Правильный ответ. Катя Лель. Правильно, правильно, правильно ответил. Да, да. Да, да, да. Правильный ответ. Катя Лель. Совершенно верно. Так, а вот это кто у нас тут? Вот это кто? Узнаете, нет? Салтыкова. Да Салтыкова тоже где-то есть. Где-то есть. Бандит. Нет. Не бандит. Это Толян. Нет, это не Толян. Отсвечивает. Мужик какой-то. Круг. Нет, не Круг. Киркоров. Нет, король песчаных карьеров. Так, охранник, покажи фото с столиком. Группа «Моральный кодекс». Грув, нет. Трансы, нет. Тоже актеры, нет. Певец. Макс Леонидов, по-моему, да. 40 рублей, ребята, Жанна Ясная прислала. Посмотрите, сегодня праздник какой-то. Так приятно вспомнить все. Продолжает дальше. 40 рублей от Жанны. Копилочку. Дзынь-дзынь. Добра и позитива, ребята. Вот так вот. Крутяк, крутяк. Че, классно? Сидим, блин. Отлично. Молодцы, ребятушки. Молодцы. Молодцы. Спасибо вам за донаты. Спасибо огромное. Так. Сейчас. Момента.
впервые на канале Викторина, где Вика. Вика побежала там по своим делам. Мопс, нет. При этом, знаешь, что-нибудь про Старком? Ну, слышал, конечно, да. Но это, по сути, как на Кэшбери похоже. Ну, Кэшбери это Кэшбери. Все-таки Кэшбери, я уже второй год, я здесь, можно сказать, что как свой тут человек, уже все знаю, во всем разбираюсь. Поэтому и рекомендую, потому что это реально работает все. Пара-па-па-па-па. Так. Серега, расскажи про братву и воров. Ну, а что тут расскажешь-то? Особо рассказывать нечего. Ну, я уже рассказывал, но могу еще раз там вот эту историю рассказать. Я не знаю, там давно как-то я ее рассказывал. Я не буду фамилии называть, ну, как бы нет смысла, да? Но при мне был случай. У одной достаточно известной певицы украли по тем временам, в 90-е, новую машину. Мустанг новый. Этот самый кабриолет. Угнали. И при мне это все было. Как бы события разворачивались. Это был выходной день, раннее утро. И буквально там через 15 минут приехал человек и говорит, что вот такая ситуация. Угнали машину. Такая-то, такая-то, цвет такой-то. Типа там нужна помощь. И у нас там заведение тоже, там разные люди были. Я вот просто при мне было, рассказываю как есть, да. При мне вот человек снял трубку, да, куда-то позвонил, спросил, кто это сделал, чьих будет рук дело, вот. И буквально через, наверное, минут 20-30 приехал там еще один человек, принес ключи, положил, сказал, извините, но, говорит, типа, за работу надо заплатить. Заплатили за работу, машину вернули. То есть, вот так вот это вот реально было. То есть, я к чему говорю? То, что когда что-то происходит, точно все знают, что и кто это делает. То есть, я имею в виду, что если машина куда-то поехала, то есть, если не какие-то незалетные, ничего, то есть, все четко понимают, кто это делает. Да, ужас, Сергей, так страшно жить, да. Серега, здорово. Западло ли мужику красить волосы? Джейсон Стэтхэм. Хрен его знает, я не красил. Ну, мне кажется, пока ты молодой, наверное, не стоит. А в возрасте, если ты там, ну, там, например, многие же там политики там подкрашивают волосы, чтобы как-то на быть, так сказать, на плаву. Ну, наверное, нормально к этому отношусь. Дону Симону щедрый привет. ОПГ добра и позитива здесь, да. Через минуту 20 приехал чувак и... Да нет, искусственный человек ты. Нет, конечно, такого не было. Западло ли мужику красить волосы? Уже ответил на этот вопрос. Да, да. Так, блин, с вами, смотри-ка, уже третий час сидим, ребята. Покажи еще фотки, Никита пишет. Ну, давайте это хорошего понемногу. Я вам и так уже все показал. Порекламирую казино «Вулкан». Не, у меня другое казино. Фотки закончились. Жан, да полно фоток. Сейчас посмотрю, может, еще какой-то найду альбомчик. Да я уже показывал как-то. Уже просто не хочется как бы одно и то же показывать. Хочется как-то... Что-то, ну, может, новое там. Уже этих фоток-то дофига было. Дофига просто. Дофигища. Дофигища. Ну, давайте покажу. О, кстати. Сейчас. Вот это на кого похож? Блин, хреново отсвечивает, конечно. Не знаю, видно, нет? Это кто? Угу. Не помните? Лаван Джапан отсвечивает. Рыбин, неа. Лондон, гудбай. Правильно, 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 правильно. Да. А это кто? Огурцов. Правильный, правильный ответ, да. Лемах. Гес. Вот, кстати, правильный ответ. Гес. Он похож, ну... Реально похож. Ой, да много фотографий, много. А вот это, кстати, кто сейчас на Первом канале ведет «Время покажет» или как там называется передача? Толик. Кузичев, Толик. Кто смотрит тут на Первом канале этот самый? Лада Дэнс, правильно, правильно, Лада Дэнс, да. А это кто? Молоденькая еще. Кто это?
Да много фоток. Угу. Кабаева, правильно, Кабаева. А, да, много, да. А это кто? Дмитрий Коротков должен знать, кто это. Хреново отсвечивает. Жена Путина. Жирик, да, Жириновский, да, Жириновский, да. Да. Сейчас. А это кто? Про Рыбина писали уже. Это Рыбин. Да. Ой. А это кто? Помните? Тоже Царство Небесное. Тетка хорошая была. Дюна, правильно. Мизулина. Нет, не Мизулина. О, 100 рублей кто-то прислал, да? Или это я ошибся? Вот, 100 рублей прислала Таня и пишет: Серега, короче, ты в шоу-бизнесе давно, давай сезон из Азии, например, Вьетнам. Да, спасибо большое за 100 рублей. Ну, в Азии-то я был, в том числе во Вьетнаме, на самом Новодворская, да. Да-да, над 100 рублей, да-да-да, зачитал. А, это самое, был я во Вьетнаме, и, кстати, во Вьетнаме мне понравилось, да. Новодворская клевая тетка, да, согласен, очень даже. Да, блин, ну много фотографий, ребят, тут, я тут, у меня много этих альбомов, я даже не знаю. Ну вот это вот, например, вот узнаете, кто это? Вот это. Вот должны знать. Правильный ответ. А? Зыкина. Нет, не Зыкина. Карина Стримерша. Нет. Ольга Мамалыга. Нет. Подскажу. Спортсменка. Комсомолка. Ева Браун, нет. Ведущая спортивных передач. Варум, нет. Из новостей о спорте. Правильно, Ян. Юлия. А фамилия? Юлия. Комментаторша, да. Толкунова, Гурченко, нет. Хиллари Клинтон, нет. Тимошенко, нет. Шарапова. Нет, Шарапова тоже есть. Русланова. Нет. Новодворская. Нет. Где ты их всех набрал? Слуцкая, Навальная. Нет. А-а. Маркина. Покажи еще раз фотку. Давай еще раз покажу. Лепницкая. Нет. Меньшова, Пьеха, нет. Ну, короче, понял, вы ее не знаете, да? Саша Грей, нет. Это ведущая. Меркель в молодости, нет. Бордовских, правильный ответ. Вот Жанна, молодец, всех знает. Юлия Бордовских, совершенно верно. Молодец. Всех знает. А вот это кто? Кто это здесь?
посмотреть. Угу. Ширвинд. Точно. Ширвинд, да. И Табаков. Антон Табаков. Антон Табаков, да. Ширвинд и Табаков. Штелла. А вот это кто? Ну, это вы знаете. Шарапова, конечно, конечно, конечно. А вот это кто? Доброе утро, Фьюча. Арина Шарапова, правильно, правильно, правильно. А это кто? Табаков, да. Хлебникова, неа. Не-не-не-не, Орлова, нет. Полищук, правильно, Наталья, правильно. Полищук, Любовь Полищук. Любовь Полищук. Правильный ответ, да. А вот это кто? Это кто? Ну, это должны знать. Звезда, да. Звезда по имени Солнце. Шурыгина, нет. Кабо. Правильный ответ. Кабо. Ольга, Кабо. Правильно, 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 правильно. Ой. А это кто? Симон в молодости, да, Симон в молодости. Ой. Тарзан, повелитель обезьян, точно. Стриптизер. А это кто? Узнаете? А? Да, Конан Варвар, да, 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 да. Динамит, правильно, правильно. Турчинский, динамит. Вова, динамит. Володя. Володя Турчинский. Турчинский, Володя, точно. Так оно и есть. А вот кто-то дельфина сегодня вспоминал. Вот и дельфин. Помните дельфина? Да. Дельфинчик. А это кто? Да, да, дельфин, дельфин. А это кто? Ван Дам. Нет, это не Ван Дам. Кутунашвили, да. Да, 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 Амиран. Амиран еще тогда не родился, ребят. А это кто? Узнаете? Кто это? Ну, должны знать, должны. А? Сергей в Вулкане работал в игровом клубе. Наталья пишет. Нет, это не Вулкан. А. Так, донат прилетел, ребятки, донатик. 50 рублей. Бродяга из Березы пишет. Сергей, согласитесь, что Эльдар Джарахов полный осел. У него на канале, кроме его лица, ничего нет. Пронин пару раз снялся с тобой и поверил себя, что у него без тебя все получится. Но он настолько неинтересный, и шутки у него тупорылые, что нельзя. На оба вопроса ответь. Ну, я не знаю, это к нему надо вопросы задавать, то не ко мне. Спасибо тебе, конечно, бродяга из Березы, за 50 рублей. Я думаю, что успех блогеров зависит от двух вещей. Первое, это, как это правильно сказать, Броневицкая, правильно. Карбонат, вот красавчик Карбонат, правильно. Илона Броневицкая, правильно, правильно. Актриса театра и кино.
Вот. А успех блогера зависит от нескольких вещей. Это либо твоя внутренняя харизма, либо, ну, ты должен делать что-то интересное, да, то есть, ну, там, необычное что-то делать. Либо вот, как я, там, встречаться с блогерами, там, со всеми подряд записывать. Ну, тогда да, тогда будет результат. А так смысла нет. Ну, вот эту фотку покажу вам еще тоже. Вот это кто, помните? Какой он, малыш какой, да? Маленький. Губин, да. Да, Губин, Кондрашов. Да. Ой, блин. Ну, я даже не знаю, ребят, что вам еще показать. Но столько фоток, блин, до хрена просто. Да фига. Много. Во, было, да, было время. Было время. Ой, ну вот это вы, наверное, точно должны узнать фоточку. Смотрите. Лайкос за позитив, обжоры по-киевски. Спасибо. Че, ребята, давайте хоть это, наберем там 300 лайков-то. Чуть-чуть осталось. Так, ну что еще вам показать? Показать-то вам чу-чу. Гости, правильно, гости из будущего. Павел Дуров. Да, Павел Дуров, это точно. Да, много фоток, блин, да. У меня этих альбомов-то дофига. Разных всяких. Когда тоже эти фотографии все делали, тоже думал, кому это надо, там кто посмотрит. А он, смотри-ка, 200 с лишним человек посмотрело. Классно же. А, свадебные фотки покажи. Да, как-нибудь потом еще покажем. Сейчас-то тоже альбомы тебе доставать неохота. Ай, на-не-на-не. Так, покажи роликсы. Мой аккаунт, конечно, с многими звездами Голливуда. Да сейчас уже в основном-то фотографии-то не делаешь, делаешь только так вот для Инстаграма там. Особо не распечатываешь. Где Пронин? Где Пронин, ребята? Где он? Где Пронин, ребята? Где он? Спасибо за фотографии. Привет, Сергей. Да, спасибо. Пим-пим-пим-пам-пам. Серж Игорь, тебе неудобно отвечать на мои вопросы? Серж, блин, я не вижу. А что ты спрашивал? Я просто же не все это... Не все вижу. Не все. А что ты спрашивал, Серег? А, гости из будущего, да, так, и что? Не вижу вопрос какой. Напиши, если не трудно еще. Спасибо, Сергей, сегодня так душевно, Жанна пишет. Да, вам спасибо, нам-то что? Нам-то не здесь что? Блин, 3 часа, ребята, сидим, почти 3 часа, стримчанский, представляете? Серега, общаешься ли ты с какими блогерами, как Аванский и Ларин? Общаемся, да. Покажи фотки со звездами Голливуда. А то люди не видели, спрашивают. Блин, слушай, ну, Дроняра, ты прав, конечно, просто надо все это дело людям-то, так сказать, доносить. Сейчас посмотрим. Ну, это вот с Арнольдушкой фотка. С Арнольдом-то несколько раз мы встречались. Это со Сталлоне фотка. Вот она. Сталлоне. А вот, кстати, свадебная фоточка, видите? Тоже давненько это было. Но, тем не менее,
Виктория Викторовна тут будет ждать дома, за бизнесом присмотрит и установит пломбы. Кому-то там, а мне пора в путь. Есть новая цель и новый маршрут. Да, не удивляйтесь. А что делать? Да. Серега, тебе нравится доширак? Нет, не нравится. Так. Так, ну чё, ребятушки? Все вам показал. Чё, все вам рассказал. Чё, добавить-то особо нечего. Свадебная фотка, класс. Да, спасибо. Угу. Японская вермишель. Ну, пожалуй, лучшая лапша в городе, да. Это Мурукамы, это точно. Ой, Сергей, не хотел бы просить, но то ли срочно нужна твоя помощь. Что ему делать с дверью? А как наказать хулигана? Толечки, не совсем как ребенок. Ты успеешь со связями. Накажи урода. Ребят, ну сейчас у нас праздник завтра, да? Сейчас вообще об этом говорить-то не нужно, мне кажется, да? Вот. Ты просто топ. Серега, выпусти свой доширак со вкусом толян. Да, смешной комментарий. Серега, покажи свою тачку с первой тачки фотку. Блин, искать надо, ребят. Это я ж, видите, сегодня немножко не подготовился, потому что это, ну, как-то экспромтом все. Может, на следующем стриме как-нибудь покажу. МДМ, Орликина тебе знакома? Конечно, конечно. Это ж наша молодость. Да. From Израиль, Ирина, ага. С любовью из Израиля, Ирина пишет. Ну, спасибо, спасибо, очень приятно. А, понятно, все, братва, что, заканчиваем стримчанский. Да, мне просто тоже надо ехать. Дела, так сказать, у Дона Симона. Делишки еще есть. Почти 3 часа с вами пообщались, поговорили. Спасибо хочу огромное сказать нашим модераторам, Дроняре. Вот, всем-всем-всем, кто был у нас на стриме, пожать вам руки, обнять вас, пожелать вам хорошей Пасхи, с праздником, поздравить с наступающим. Ну и, конечно, сказать спасибо за ваши донаты, за ваше время проведенное. Раняра, классно, Серега, думаю, если написать хит и снять клип со звездными фотками, было бы вау. Подумаем, посмотрим, может, что-нибудь сделаем. Все, ребятки, да, все, всем I love you, да, чао, пока. Пока, ребятки, скоро увидимся! Хорошей Пасхи!